Поняли. Немногие вот начинают драться сходу. А где же Shadow Demon, я не понял. Не, не, его все, его не будет больше. Закончили с Shadow Demon, спасибо. Вот, это молодой Пупей. Забавно, что еще проигнорировали в первых трех пиках Дарксира. Которого Дарксира, Магнуса, Виспа. Тут можно список довольно же большой сделать по итогу всех этих игр, которые мы посмотрели. Я пытался примерно посчитать количество. Дарксир вот у Alliance сейчас появится. Ну вот можно его сейчас взять и подземелье, да. Просто ну, они, вроде бы Инчу взяли. Они, знаете, они в этом отношении очень отличаются от многих других команд. Вот если самых популярных героев каждого коллектива открыть, там у них у всех там один за другим много кого берут, а Alliance, они прям... Дарксира любят безумно. У них 8 Дарксиров, и следующий, второй по популярности герой, был взят всего 3 раза. О, понимаю. Венач. Так вот, я про то, что это сегодня примерно 32-й день, или 33-й? 33-й. 33-й. Примерно 3 бестов 3 в день, примерно 100 серий мы смотрели, примерно 200 карт, от 200 до 300 карт мы посмотрели. Да. За это время можно было примерно составить список героев, которые команда любит или не любит, и которых странно, что игнорирует. Вы очень любите Доту, если столько ее смотрите. Да, да. Все верно. Оставайся с нами с 7 числа. Будешь нашим будешь королем. Будешь на продолжение. Или королевой. Там уж как сам решишь. Я буду ферзем. Ферзем? Левиафакером. Читал Левиафакера? Хорошо. Не читай. Веник неоправданно позабытый. Да, может быть, и оправданно позабытый. Мы же, опять же, видели самые разные исполнения в ситуациях, где он выигрывает. Зачастую выиграл бы любой другой герой, потому что в целом он ничего не делает. И зачастую у нас еще ситуация, в которых Веник берется, против него берется Рубен и говорит «здорово». Я недостаточно компетентен, чтобы дискутировать с тобой на эту тему, но вот сюда сейчас бы какого-нибудь профессионального игрока действующего, который бы рассказал давай тебе, так, почему мне, Веник мне, это мне хорошо. Мне три человека говорили, что Веник крутой герой, они все отлетели с Дивайна. Они не играли на Веник. Не, вообще они брали Веника. Ну ладно. И отлетели с ним. В том числе. Ну смотри, Веник это не только третья позиция, в случае чего. Это может быть еще и пятая. Играли Ашеры. Летели вроде, да, или еще нет? Hellraisers? Да, вчера вроде с Ханами не играли, и, по-моему, 2-1 проиграли. Да, да, они да, проиграли. Тоже отлетели, тоже у них Мипошка бегал на пятой позиции Веники. Ну, на четвертый у нас Веник был еще на старте самая. На старте, я про то, что количество команд, которые берут Веника, оно увеличивается, но не все вылетели. Альянс планирует, видимо, к ним. Похоже на то. Ну, моя, как говорится, притопка в сторону Викинга, она уже заслуженно будет. Но теперь вопрос в том, как они подкрепят. То есть Веник, опять же, Венику рознь. Ну и билды бывают разные, исполнения бывают разные. Посмотрим, как оно здесь получится. Просто, опять же, обычно у меня нет проблемы с Веником, который в глобальной игре есть. Есть проблема, которая у Веника во второй стадии. Ну, точнее, на второй пик возникает. То есть вот кого он здесь сейчас закрывает? Никого. Ну, Инча на пятерке. Это не Варлок. Соответственно, хилять керри не будет. Соответственно, можно... Ну, типа того, просто они, зная, что у себя будет Веник, возьмут героя, который... Так поэтому они рано и берут Веника, что, возможно, это может быть пятая позиция, чтобы в зависимости от следующих пиков викингов уже как-то скорректировать. Ну, хорошо, посмотрим. Ну, потому что, очевидно, если ты берешь сразу на третью позицию Веника, стопудово на третью, ты ошибаешься, потому что враг просто возьмет Кора, который будет хорош против него, и все. Например, ТБ. Кстати. В бане. Ну, он в бане. Забанили. Они молодцы. ДСа забанили тоже, потому что ДС. Я потому что, видишь, они забанили ПЛ и ТБ, возможно, намекая, как бы, что Веник третья позиция. Ну, нет, они оставляют опцию эту для себя. Чтобы подумай на секунду, что можно было взять вот всех героев. Но сейчас в доте. Им, по сути, нужно открывать уже позицию, на самом деле. Ну, либо вы берете медака, либо первую позицию. Не, ну в теории можно сейчас взять первую позицию. Какого-то вот спирита можно сами было бы взять, который вот как раз на все три идет, куда угодно, там что хочешь делаешь. Там хочешь 4, хочешь 3, хочешь 2. И ничего ты в итоге не раскрываешь все, куда хочет, куда иду, и туда идут. Вообще, мне кажется, керри остался не так много, потому что реально почти все в бане. Тут остался даже Войд в бане. Антимаг остался один. Кто еще? Ну, Ликантроп остался, например. Ну, для Ликантропа еще, наверное, рановато. Хорошо, ребята, вот только что вылетевшие... Из героев, которые можно рано открыть. Только что вылетевшие Эмбер, ребята в такой вот ситуации выходили Бристлбеком, например, с Виспом. Было дело. Пару раз они отлично себя показывали, то есть как вариант. Вопрос в том, чтобы придумать героя, он не стоит, это легко Курион, сделать. Курион, Эмбер, вот. Два героя, которых сейчас может взять Войт Альянс. Спирит. Да, еще Войт Спирит, чтобы не спалить позицию. Но мне все-таки больше нравится вариант первой-второй позиции, а не второй-третьей. Ну, нет, туда Эмбера. Чтобы у тебя была опция виномать. Опять же, берем Эмбера, потому что он и против Тини, и против Финчи в целом достаточно хорош. Ну, от первого не умирает, второй убивает. Эмбер как опция.
Джакира. Фенге. Все, это значит тройка Венич. Причем, тут же Рубик. Вот он. Где он был все это время, я не понимаю. Вот он, Рубик, который ворует Змейки Веника, и ты ничего не пушишь никогда и нигде. Сейчас смотри. Предикт ФНГ будет играть раскачкой 2-0-3. Это у него пушащий Джекирос, он все время так делает. И в итоге была у них игра, из-за которой они, по-моему, оказались вот здесь, что он просто не смог сбить несколько телепортов. Зачем 2-0-3, если можно 2-1-2? Я не знаю. Я рассказываю, как он уже делал. Или даже можно 2-1-1 и дальше дамагшить вторую. Можно. Но вот говорю, ФНГ Last раз играл 2-0-3. И отлично себя чувствовал. Бьет драк, Фури, он такой спрут и улетел. Следующий герой там тени просто телепорт. Не качать айспэс, чтобы Рубику не отдать. Грамотно. Не качать скиллов, чтобы Рубику не грамотно. Отдать. Грамотно, а что, хорошая идея. Вот старого была в Силера сюда. С тремя пассивками. Да и новый в целом тоже. Не страшно Рубику отдать. То есть пока по драфту, конечно, этот Рубик вообще все карты портит. То есть мы примерно понимаем все три линии, которые... Вот, все четыре линии. О, Альянс кто куда, что идет, четыре героя. Четыре линии. Ну пока Альянсы взяли прямо кучу мерзотного, тикающего дэмэджа, который может на тебя пойти и убить. Ну нужен герой, значит, какой-то с аурами. Который мег купит, пайп купит. Но и это при этом первая поза. Или, ну, ты про викингов. Ты можешь тинника сделать в центр. Я про не викингов сейчас говорю, да, для них. То есть, ну, куча вот этого урона, нужно взять героя, который все соберет. Чтобы жить. Тинника в центр, берем кого-нибудь андерлорда, я не знаю, что-то такое, который просто будет стоять. Ну да, всегда андер какой-то. Собирать кучу ауры и отлично себя чувствовать. Он еще и закроет оставшиеся керри, вот эти хардкерри с собой, постольку. Ну, тайт еще из таких. Ну, то они решили не светить. Дрова. Но у них не закрывающий, довольно интересно, почему так. Боялись, что забанят? Я по-прежнему антифан дровки, особенно в пике, когда у тебя есть инча, которая, ну, это не герой в драке. Рубик, который не идет в центр драки точно, а стоит где-то подаль. И Тини, который на четвертой позиции, это тоже не король хтанкинга. А здесь он, по идее, опять же, Тини все-таки... Скорее, инча пятерка по стандарту. А Тини у тебя будет центр. А, да-да-да, это же он может пойти. Быть медовый Тини. Он может пойти, он будет жирный, да. Да, перечислил трех саппортов и такой, ну вот это три саппорта у них. А там действительно, это может быть и Тини тройка в конце. Проблема-то никуда не делась, это реально пока что полу три саппорта, которые все равно тяжело. Да, у них мало хп, а у Альянса много урона. То есть я не знаю, чем нужно спасти викингам сейчас ситуацию, чтобы их банально не стерли. Ну вот, кстати, против пика викингов хай-левельного пса берешь. Все. Вот этот верхний пик от пса разлетается в щепки. Будет ли Николай играть на псе? Это я не ставил Николая. Николай, он такого, типа, наивовского, кристаллайзовского по полу героев. Но он лучше играет в доту. Я вот смотрел игры Альянс в рамках Омега Лиги. Ника Бэйби подрастающий керри хорошего уровня. Нужно забанить еще вот этого самого, какого-то того самого кэрри. Спектру убрали, вот я пытаюсь придумать хоть кого-то. Ну, очевидно, не пса, то есть кого может взять. Дивер. Жучара. Дивер, да, вот, хороший выбор. Жучара бы хороший нам... герой вызывал. Нормально бы, кстати, бегал здесь. Тоже, да, такой же, как пес, только не пес. Пес-жук. Да, тоже животное. Однотипный. Но, кстати, насекомое не животное. Мысли. А в каком царстве находятся насекомые? Грибы? Насекомые. Царство насекомых. Ну, типа, нет, смотри, живые существа и растения, если в этом... На меня не смотри, ты сам полез в эту яму. Царство животных. Да ладно, если вопрос именно растения и животных, окей. Андерлорд, того самого, которого ты так хотел, но его забанили, остался Тайдхантер. Бестмастер не из таких героев, которые собирают ауры, он собирает некра. И это интересный выбор. Так у них же нет хп, чтобы пережить и это. И причем Бестмастер, опять же, не тот герой, который любит прям брать первым и светить лицом для дровки. Вот реально же можно взять собаку и съесть викингов. Ну, сейчас мы узнаем. Да, мы за собаку голосуем. Это в теории как здесь как можно любого вот ПЛ подобного, только он в бане от самих Альянс. Вот реально ПЛ здесь бы съел пик викингов. Они же также могут для Коленьки взять любого такого АФК типка, который будет бить лесочек, а потом всех убьет. А у него, кстати, времени почти не осталось. Надеюсь, они что-нибудь придумали. Хороший герой в целом. АФК типок тоже, но против беста. Ну, то есть, ну, они пошли на компромисс с совестью. Все-таки, да, против беста Свена брать, ну, это вообще неправильно. У тебя кабаны в лице, у тебя рор в лице. Очевидно, да. Короче, вот
Волчара идеален, и он был. Лансер был бы хорош, но он в бане. Взяли Свена, ну, как-то, ну, все равно мне нравится Декальян больше. Еще можно было, но он тоже в бане. Да, там же забанили вообще всех коров ко второй фазе, вообще почти никого не осталось, поэтому взяли Дровку Викинги. Я антифан Дровки, я ставлю против Викингов в этой карте. Мне нравится Дровка, я на Викингов. Хорошо. Митяй любит такую роль человека, который ставит на проигравшую команду. 1.55 на Alliance, 2.35 у ребят из Viking GG. Не забывайте, друзья, про 100% бонус к первому депозиту и отличную лайфлинию. Все подробности под баннером в описании нашей трансляции. Ну и вопросец напоследок. Назовите ник игрока, который исполнил популярный танец. Это дизлайк вопрос. Во время шоу-матча. Да, это нет, я понимаю, о чем речь. Это Дэнди, который тебя на стенд танцевал, но... Ладно, после такого и только и остается, давайте что комментаторам, да, слово передавать. Так а почему на такой грустной ноте? Матч-то очень классный, матч очень важный, друзья. Надеюсь, что вы успели немножко отдохнуть в перерыве после вылета нашей СНГ-команды. Здесь, конечно, будут играть два европейских коллектива, но играть они будут за то же самое, друзья. За проход дальше по нижней сетке. 5-6 место маячит. Вылет с турнира, в принципе, маячит настолько же, на те же самые 50%. Поэтому посмотрим, кто окажется в итоге сильнее. У нас ребята из Alliance, ребята из Viking. Мои личные предпочтения, наверное, будут в пользу Викингов. Все-таки мне почему-то импонирует эта команда. Что ты скажешь? Мне нравится, что они напикали. Ну, то есть не то, чтобы это сильные прям герои. Мне просто нравится, как викинги играют с Дровкой. Я помню одну единственную карту в исполнении Шада, прям такую, которая запомнилась, и один единственный момент, где он сыграл. Не помню, на каком это турнире было, но я помню, как он все сделал красиво, купив там Blink Dagger, помнишь? Был один эпизодик, и мне прям запало это в душу. Я знаю, что Шад мастер просто на этом персонаже, и он умеет исполнять. С другой стороны, Alliance набрали очень надежно. Опять этот Свен, один из лучших кэрри-патча, он остается в лидерах. Он и Герокоптер — это два лучших кэрри в принципе в патче. Сейчас у них там винрейт в обоих под 60% или даже больше. Так что у Alliance здесь все есть для того, чтобы победить. Викингам просто исполнить будет сложнее их драфт. Мне... Да, это опять та самая ситуация, при которой Свен оверфарм там с легкой линии идет, стаки зачищает, Дровка там еле-еле свой Dragon Lance набирает. Да, понятно, что будет непросто. Понятно, что Alliance пик попроще. Он такой, как обозвали его аналитики, мерзкий немножко. Ну, давай так. При всем при этом, команда Viking GG — это команда, которая пробивалась с самых низов в этом турнире. Они прошли весь абсолютно путь. С самого начала они играли, группы отборочные, там прошли. Попали в очень сложную группу на мейн-ивенте уже, да? Там сумели занять третье место. Угу. Третье место, уступив только OG и, соответственно, Secret. И против OG они очень достойно играли. Могли даже, наверное, выигрывать эту серию. Там на второй карте были шансы. Немножечко, да, не получилось, поэтому мы их в нижней части сетки видим. Но, тем не менее, это результат более чем крутой. Были команды, которые были приглашены напрямую, но при этом не показали ничего, в отличие от викингов. Ну, давай так. Даже по меркам выступления в групповой стадии, Alliance пробивались через плей-ин. Да, то есть играли еще один дополнительный матч, где с трудом одолели FTM. По-моему, да, счет 2-1, если ничего не путаю. Викинги же напрямую попали в озеро. Поэтому, в общем, так у викингов путь даже, может быть, получился поярче все-таки. Ну, фаворитами являются ребята из Alliance. Я думаю, там и вы видели котировки от Parimatch, да. То есть понимаете, что Алики у нас пока впереди. И пик такой достаточно хороший. В общем, посмотрим, друзья. Загадывать не будем, окей. Просто посмотрим за тем, как будут исполнять. Там первый вот матч сегодня в рамках этого дивизиона, этого плей-офф подарил нереальные эмоции. Особенно, конечно, когда были камбэки, перевороты. Я думаю, много кто запомнит предыдущий матч, да. И будет, ну, к нему так или иначе возвращаться. Какие-то отсылки к нему делать. Январский матч не перебили. Январский матч, конечно, по эпику, по хайпу не перебили. По прошедшему матчу вряд ли кто-то будет много нарезок роликов делать. Но, тем не менее, матч был хороший по интриге. Надеемся, что здесь не будет, друзья, быстрого выноса 2-0. Мы тоже насладимся действительно пиршеством доты. Хороших моментов, крутых моментов. И вот начинается игра прямо сейчас. Целый снизу. Дровку здесь постарается пофармить. Ага, первый крип уже переманен был, рейнджевик. И сразу звонит СПО на Виномантере. Неприятно. Надо как-то эту линию ломать. Надо, чтобы Виномантер поставил под своей вышкой. Этим будет заниматься сейчас Эрспирит, судя по всему. Да, выбирает момент, уводит пачку Ханскин. Ну, такой вот незамысловатый геймплей для того, чтобы максимально помешать. И облегчить жизнь, конечно же, команде Alliance на нижней линии. В центре у нас будет Тини. Вот, наверное, от действий Бума в первую очередь будет очень многое зависеть, потому что, ну, где-то Дровке нужно будет покачаться какое-то время. Бесмастер тоже добирается до Некров, может быть, до Доминатора. А вот Тини с мида — тот герой, который должен дать будет прям много пространства. У него там ранее раскачанные Avalanche Stones подозрительно, да, должны быть. То есть вряд ли он будет качаться через Макшины третью.
соответственно, он должен будет бегать, там, может быть, фастблинк, там, уничтожать. В общем, сноуболить. Получится любому или нет, это, вот, опять-таки, большой вопрос. Ответ, на который мы получим уже в ближайшее время. Ну, я думаю, что у Свена фарм здесь будет просто великолепный. Как ему здесь помешать, я не очень понимаю. Мне не очень Свен нравится против Бестмастера по игре. Может быть, да, Бестмастер ему как-то мешает, но здесь может сказаться оверфарм. Оверфарм, до которого Свен дойти способен, Никобэби умеет играть на жадных героях и фармит их хорошо. Также есть, наверное, опции для быстрого убийства ДП. Все-таки это тоже персонаж, который раскрывается в максимально продолжительных файтах, а здесь бёрст урон от Тини плюс Дроу Рейнджер тоже очень много урона может нанести там за пару секунд буквально со своего нюка плюс пару тычек. В целом есть, наверное, чем лимпа убивать, но это до поры до времени. Здесь эта проблема решается артефактами. В крайнем случае ты всегда можешь выйти в лейте в какой-то ион диск, чтобы тебя не убили быстро, а дальше ТП уже раскроется. Драфты просто разные по подходу, да, и по-разному исполнять их нужно. Тимфайт симпатичнее у Alliance, наверное, в совокупности. Ушат они тоже, наверное, чуть получше. Ну тогда я тут тоже прислушался к твоим словам, что там получше, тут получше. Реально, как будто получше драфт выглядит. Но мне кажется, гангать могут поинтереснее игроки Викинг за счет Тини и Бестмастера. То есть именно соло цель какую-то убить, они готовы быстрее гораздо. Я просто понимаю, что если, знаешь, они там куда-то входят в драку с нюков, вдруг кого-то не добивают, повязнут в этих миномантерах, да, без, да, профита. Да. Такое просто вот сложно исполнить это. Тебе нельзя ошибаться на дроу рейндж. Постоянно должен держать максимальную дистанцию, позиционку. У тебя здесь лететь не так много людей способны. Ну, тебя может порваться эрспирит, и когда-то Свен, да, там со слотами, например. Ну, Джакиро где-то макропирай с фастом, да, тоже. Ну, это все тоже не очень надежно. Надо еще попасть, а там будут форстафы, да, пики и так далее. Так что, наверное, на дровке играть здесь можно, но хоть и не очень просто. Да, на линиях пока, ну, более чем все спокойно. То есть, опять-таки, размены нюками какие-то есть, но чтобы убивать здесь, ну, реально трудно. Никто не подставляется, держит позиционку, просто бьет крипов. Первое убийство только было за счет, там, выхода в пятером от команды Alliance до спауна крипов. И ФБ они таким образом сделали. Это окей, но после этого мы видим, что, ну, просто ребят стоят и ластхитятся. Ну, дровки нормальные, кстати, 17 на 9, я смотрю, не сильно, не шибко-то Свен перегоняет. Пока, во всяком случае, это для Шада безусловный плюс. То есть обычно как-то стараются больше напрягать таких героев, как Дроу Рейнджер, который может быть не самая сильная на стадии лейнинга. Но вот приблизиться максимально к дровке не может никто. Но Виномастер, в принципе, этого не умеет, а Цар Спирит понимает, что если вкатится, то, скорее всего, это будет для него конечное. Не, здесь не напрячь вообще никак дровку. То есть там должен быть полный фрифарм, и Дроу Рейнджер может динамить поактивнее. И сама она способна с Enchantress очень много урона нанести в какую-то цель, если понадобится. С крипом, с полезным, да? Каким-то урсачом, кентавром можно будет напасть как-то. Если загуляет иномансер, то он ведь просто ходячий фраг. Он очень медленный, он не мобильный, у него нет эскейпа какого-то. Ну вот тини. Вот мы смотрим на бум. Понимаем, от ДП ждать активности не стоит. Ну, максимум, что мы сможем видеть от ДП, это телепорт с экзорцизмом, что вышку спошит. Все. Это, ну, в плане вот экшена, да, на старте. А тини же, ну, перспектив побольше. Вот сейчас он на 4-й минуте не законтролил руна, но на 6-й надо обязательно контролить. Там фунга нападает, тут замедление. Никобэби думает, куда же стан дать. Напугал этим станом Тоби и Арамиса. Можно в кабанов давать станы? Можно, да. Такое-то уже периодически профессиональными игроками практикуется на на турнирах. Уровни за интернешнл. Уровни за интер. Все помнят. Это то, что из разряда не забывается никогда. Ух ты, на бум здесь в лимп до конца идет фэри файр. Можно не гангать, можно просто в миде соло на соло убивать. Нет, там получится. Выходит. Там зато баунти руну может так вот таким вот мувом ДП забрать через центр, знаешь, через один тиратин вышку. Выжал. Вот уже первые какие-то подступы к тому, чтобы сделать убийство. Лимп руну забрал. Хорошо, восстановился. Арамист будет? Помощь будет? Нужна помощь. Есть тик фэри файр. Он не умрет. Байтит на эти фейрики всякие там. Заманивая на себя таким образом. Не, ну нормально, да. Я смотрю, что, конечно, лучше линию ДП отстояло. Вот он СФО. Подошел, подставился, сразу же минус пол лица, и надо бежать. Замедление, а Дроу Рейнджер дальше не пошла. Если пошла, сделали бы убийство, кстати. Чуть не поверил дровка. То, что они СФО могут забрать, СФО еще и разворачивается. А телепорт, Селлари нужно отступить. Тоже фэри файр, там тоже Тини бежит. Там уже рядом Тини, сейчас уже Селлари заманивает на себя СФО, и Тини будет в спине точно. А просто кому? Ханскина может с прокаста не убить, не хватит. Надо просто СФО убивать. А вот СФО видно. Ханскин. Вот тост делать на... Пытается остановить, конечно, но это все ни к чему не приведет. Гибает, конечно, Виномансер. Хорошее убийство. Ханскин пытается уйти пешком. Но он, кстати, медленный. Он, у него все в КД должно быть. Тостнуть Селлари. Не знаю, зачем это нужно. Просто потому что.
Не, вообще прикольно сыграл. Он защитил Enchantress, на самом деле. Он же заблокировал. Смотри, какие цифры. Откуда это? Вы что это? 1.42 уже париматч дает на Alliance. 2.75 на Viking GG. Ничего себе! Это настолько фавориты, ребята, из Alliance, что прям вот вообще нет шансов. Вот на экономике пока этого не видно. Я вижу True Ranger на первом месте. Понятно, что на дистанции Свен, наверное, фармит побыстрее. Вообще мало кто с ним может сравниться. При голом фарме в лесу. Такой наглый проход был от Лимпа. Вышку спушил, пошел, просто вард поставил такой на пригорке там, да, куда-то. Слишком много времени заняли перемещение бума. Ну да. Другой вопрос, а что теперь делать Лимпу? То есть идти куда-то на другие лайны? Да, да, это да, экзорцизма. Да. Идти в лес, но не сказать, что ДП из лесу выносит прям много. Да нет, стоим на линии, потом экзорцизм, пушим еще одну вышку, фармим себе Йоул. Я думаю, тут вообще такой старт у ДП прям лучше не придумать на самом деле. Ему тень вообще в центре никак не помешал. И против ДП играть это проблемно, потому что, ну, ты попробуешь его, скорее всего, с бюроста забрать, но не факт, что получится. Да, вот это большая проблема. Если не получается, то уже посложнее становится здесь нападение на Арамиса. По таверам опасно. Долго живет, да, разворачивается Тоби. Ханскин. Ханскин погиб, в итоге размен может и произойдет, но уже не идеальный для Alliance. Они очень глубоко заходят, а тут Лимп без экзорцизма. Лимп пол лица потерял, здесь уже селлари, Лимпа тоже можно убить. Как-то Alliance сейчас давит. И давят ценой или ДП? Должны, да, ценой ДП задавить. 2-1 получился размен, но это устраивает команду Викинджи Джени. Убили богатого героя. А дальше бум идет, Эвеланч есть. Все, есть. Цепляем. Атос, нет маны. Окей. Просто бьем с руки, тоже работает. Ну, легко, минус 3. Да, далековато залезли, причем... Ох ты, на шат, под шат ТП. Или как, СВО что-то не решил над шатом. Испугались, видимо. Не сказать, что это был спейс для кого-то, потому что вроде бы стоял Виномансер, но и дровка при этом стояла на легкой линии, никуда не уходила и спокойно фармила. И в итоге мы получаем, что топ-фарм вообще на карте теперь у Дроу Рейнджер. Свен на втором месте Бестмастер идет. Ну, да, тут, в общем, все в порядке. У Викинга хороший бой приняли. Бум пришел, тоже себя реализовал. 3 ассиста получил, да, без фрагов пока. Но полезность у него, безусловно, есть. Поэтому подключается. Да, глубоковато лезть не надо команде Alliance. То есть все хорошо, вышки можно спушивать с экзорцизмом. Но вот дайвить куда-то, излишне заходить и пытаться, там, не знаю, претендовать на превосходство, там, в несколько тысяч на, там, старте карт, невозможно просто против пика Викинга. Шат уходит. Улетает, да. Уходит куда он? Там в район центра, да, он ушел? Да. Ну, лес займет сейчас. Раз займет лес, ФНГ займет таверну, судя по всему. Должны убивать. Фраг достается Арамису. И вышка. И сразу же вышка для Viking GG. Alliance пытаются сделать то же самое снизу. Скорее всего, у них тоже получится, если перетяжки не будет. Есть ли смысл вообще защищать этот тавер, не уверен. Тут змейки виномансера неприятные стоят уже в большом количестве. И будут ставиться дальше. Просто разменяются товарами. Вот интересно, что совсем недавно, вчера или позавчера, по-моему, был анонс о том, что ФНГ официально теперь уже вышел из организации Gambit. То есть у них там закончился контракт, продлевать, естественно, не стали. Ну, естественно, потому что он за НИП, за Alliance играет. Вопрос, подпишет ли Alliance сейчас товарищи ФНГ, и насколько это вообще зависит от того, как они сыграют на этом турнире, пройдут ли дальше с сегодняшнего матча. Тоже много вопросов, да. Я думаю, что ФНГ без команды в любом случае не останется. Я думаю, что да. Вопрос, с какой командой он останется? Вот такой вопрос, наверное, важнее. С этой или с какой-то другой? Потому что Снейка в НИПах тоже смотрелся классно, да. В итоге Снейка не был подписан и ушел. Теперь там Миша. Вот наши игроки, которые в европейских составах пытаются капитанить там. Но пока не особо подписываются, да. Вот что хочется отметить. То же самое ждем там, например, с КПК по поводу ЕГЭ, да, информации, потому что играет вроде бы теперь уже за европейскую команду. Меня как болельщика ЕГЭ вообще очень интересует этот вопрос. Ну да, да. Я пока даже не понял, какой расклад лучший для ЕГЭ будет в итоге, ГПК или Абит. Потому что они оба очень достойные игроки, но два мидера в команде быть не может. Ну, Абит, по-моему, сейчас очень неплохую игру показывает GeekFam, если я не ошибаюсь. Они там на ESL, по-моему, в плей-офф куда-то там далеко добирались. Не знаю, прошли, не прошли. Они там то ли с Неонами, то ли с Фнатиком играли в последний матч. То есть у него там тоже в своих рандых пенатах нормально получается. За филиппинский коллектив там вместе с Карлом, с Куку они гоняют. Место так. Ему в Филиппинах тоже точно найдется. Там-то 100%. Там уже можно команду придумывать. Savage, Абит, да-да-да. Еще кто-нибудь. Любые три. Anyfo. Я не фри. Так, на СФО нападение. Скан был, но он закончился. СФО не видел на скане, да. Да, причем этот скан, ну вот он буквально секундой позже бы еще поработал. Секундой дольше, СФО бы получил инфу. А так инфу он не получил, и поэтому погиб. Вовремя не отошел. Интересный тайминг получился такой. Хороший выход команды Викинг.
Правда, Топио там без мастера, так же забирает, но развороте Primal Roar хотел дать, получил Саленс. Бум уже здесь. Хорошо, Primal Roar достают. Будет прокаст, или даже не нужен этот прокаст, просто убивают. А бум еще под поезд новый, ты посмотри, он еще под поезд новый. Да, да. Ой, какой урон наносит Шат, какой урон наносит Шат, и надо просто убивать лимпа в первую очередь. Это главная цель, лимп, лимп. Ну помогите кто-нибудь, да почему кто никто? Поможет? Да вот она, Дроу Рейнджер, все рядом, просто добейте лимпа. Почему Селлари страдает? Я думал, лимпу помочь. Не-не-не, я наоборот, помогите добить лимпа. Так, а команда Лайнс, почему вся в таверне сидит? Ну потому что подрались неудачно. Напали, не убили, урона не хватило, и все. И в этом их проблемка, да, что они не могут так часто сражаться без экзорцизма. Сейчас ДП не готова, наверное, в полной мере в драке себя так проявлять хорошо. Свен, в принципе, еще не боец, судя по всему. Виномантер ультанул, все, он свою задачу сделал. Он сделал даже больше, потому что изначально у меня даже возникал вопрос, зачем давать новую, если вдруг ты умираешь, и больше драки нет. Но там герои под новой улетели. Слушай, это постфактум получилось, то, что поезд новый была. Да-да-да, это получилось уже после. Постфакт. Но на самом-то деле, на самом деле, зря, да, наверное, поезд новый дал. Да, кулдаун-то большой все-таки. А по факту ты никого не убили, anyway, как бы. Да. 9-2, пожалуйста, Викинг GG, которые аутсайдеры, на которых 2.75 коэффициент. Да-да-да, это вопрос прям, откуда эти цифры были взяты. Потому что пока викинги играют не то чтобы на равных, а и даже поинтереснее, чем коллектив Alliance на карте под номер 1. Все получается. То есть, естественно, Свен топ-1 фарм, мы это, ну, вряд ли бы могли по-другому подумать, да, потому что Свен — это и есть Свен против дровки. Рамис разводит здесь лимпа. Нам тоже с Блэкварда ставит, смотри. Так он время тянет, сейчас тиммейты подойдут, могут успеть. Бум-бум. Нет, не успел. Или успел. Нет, разменяться. Не успел. Блинка не было. Не хватает денег еще на блинк. С блинком бы бум напал, конечно. Намного не хватает. Шестой на двор с бум показывает. Много Шатка бегает. На слотах уже. Скоро будет Яша, дальше Мантастайл. Пику сразу не доделывает, но, видимо, после Манты, наверное, да, купит себе. Так, ну ничего, прикольно, пока 1000 преимуществ от команды Викинг, смотрим дальше. Я думаю, что Лайн сейчас даже еще больше успокоится, потому что первые выходы явно были неудачными. Потому что 3 фрага, один из которых это вообще до спауна крипов. По факту 2 во время игры сделали они, да? То есть не то, чтобы это прям супер много. Не очень получается активничать, поэтому, наверное, просто халдимся, морозимся, собираем много-много шмоток на Свене и через Свена выигрываем доту. План, наверное, будет примерно таким. И насколько устраивает это Викинг? Я думаю, нормально. С учетом того, что они теперь играют первым номером, они идут гангать, они фармят на дровке нормально. Ох ты, смог. Обновленный коэффициент от нашего партнера Парри Матч 1.77, 1.97. По-прежнему Викингов никто не верит. Ну, верит, но поменьше, чем в команду Alliance. Самонов разваливает здесь Свен. Много золота получил дополнительно. Так, да, пошли. Дроу Рейнджер, до нее действительно пока доходить никто не будет. И поэтому, наверное, пика сейчас не нужна. Когда там Свен себе аганим приобретет? Вторым. Третьим слотом? Вторым, думаешь? Ну, мом считаем. После Си? Да, после Си, я думаю. Ну, сейчас я вижу, что аганим чуть ли не форсится на Свенах. Прям такая тенденция прослеживается. Допустим, да. Но здесь помимо Рора, если у тебя не будет ничего, да, больше, ПКБ не будет, то тебя будет останавливать и Тинни, и Рубик. Ну, Сия хорошо в том плане, что это статус-эффект резист против Primal Roar и телекинезис, допустим. БКБ, наверное, не очень хорошо, потому что Primal Roar работает сквозь БКБ. Тогда будет работать только одна способность. Может быть, что-нибудь из разряда Сатаника, Сии, знаешь, Дейдалуса, Аганима, вот подобный сборка, как тебе? Ну, побольше статус-эффект резиста, добрать урона и Аганим что-то добираться. Аганим в любом случае здесь нужен, без него никак. Значит, Дроу Рейнджер расстреляет всех. А без Аганима ну, ничего на Свенах вообще не будет? Сука, я понимаю. Сами Викинги однажды, по-моему, в групповой стадии или еще в отборочных, купили на Свене Блинк, потом продали и купили Аганим. Да. Было такое. Уже на Мегалиге. Ты знаешь, когда долго-долго откатывался, чего-то метового попсового, да, типа... Как будто, знаешь, забыли, как что можно. Как вот бумер, да. Там только, ну ладно, новые тренды все-таки неспроста такие. Причем это ладно бы там 8-м слотом этот аганим появлялся. И нужно было слот освобождать, продал блинк. Не, он где-то 3-м, что ли, собрал или что-то в этом духе. Блинк купил сразу себе, а 3-м слотом продал его и купил аганим. Или 4-м. В общем, достаточно быстро. Вторая попытка выйти под смоками в чужой лес. На этот раз, о, хорошо, встречает Джакира, но недолго он живет. По макропире гуляет синий, опасно, конечно, он бегает. Там Виномозгель одного героя сцепил. Хорошо, врывается Ханский. Магнотайс раскастовал, получает импедус один. Магнотайс работает буму плохо. Primal Roar развернуться, убить. Тинни пока поживет. Тинни дает раскаст. Энчантрес погибает. И тут они за бумом буму хотят забрать. Но решили все-таки остановить Рубика. Рамис принимал внимание соперника. Бум выживает, отпивается бутылкой. Но если как-то сможет уйти здесь, да, распетлял нормально. Через туман войны. Из важного, команда Alliance дралась 5 героями. У Викинг GG Дроу Рейнджер в драке не участвовала.
Ну, не то чтобы она, знаешь, из-за этого прям перефармила свой навык. Не, она не перефармит, она бы могла просто помочь либо дальше драться, то есть при численном равенстве, может быть, и подрались бы еще викинги, либо просто те герои, которые умерли, умерли бы гораздо быстрее. Потому что сейчас мультишот — это просто колоссальный урон. Это очень много. Все это в течение времени, конечно, будет скалироваться. Шатву фармить, фармить, фармить. Это прекрасно понимает. Но если какой-то план конкретный у викингов есть против раскачанного Свена, тогда все, в принципе, идет у них окей. Если Лайнс понимает, что Свен здесь неостановим, тогда все окей у Лайнс. У меня просто нет четкого ответа на вопрос о том, что делать со Свеном в 6 лотов. Выигрывает ли он эту игру в соло? Или способы его остановить викинги найдут? И он у них реально есть по героям или по предметам, возможно, на этих героях. Да вот почему-то складывается ощущение, что у викингов есть план на игру. Например, можно напасть вот так. Не убить, правда, но напасть можно было. И теперь нужно разворачиваться, бежать. Арамис не уйдет уже точно. Ну вот не хватило урона, сразу же больно. Сразу же ловит еще и тень, Дроу Рейнджер. Вот он, дэмэдж от нее, Ханскин. Погибает моментально, Бум пытается выжить, засыпает всех. Ну, может, тогда шат бить будет? Сайленс по всем, да, хороший урон, Энчантрис тоже накидывает. Неужели опять выживет Синий? Неужели опять выживет? Так. Как он выживает, как он это делает? Под все, что можно, постоянно попадается. Так, вот как в игре с OG, он тоже постоянно влетал куда-то на этом Тине. Постоянно выживал каким-то чудом. Как раз в той карте, которую они выиграли. С Алхимиком еще ребята играли. А насчет перефармленный Свен, вот опять же, игра на Beyond Epic против команды Alliance. По-моему, тоже в нижней сетке. Викинг GG играют с Луной против раскачанного антимага Ника Бэби, который шел лучше Луны всю игру. И они вообще его не боялись, он там выформил свои слоты, ни на что этот антимаг не повлиял. Что он был, что его не было, Луна оказалась сильнее. Это и там, где, по-моему, прыжок антимага был, Эклипсом просто убило его. Что-то такое, мы с тобой комментировали на вылет эту карту. Так что я думаю, что команда Viking GG уже опытная, и она прекрасно понимает, что ей нужно делать, и на какой стадии они готовы там драться, готовы отпускать этого Свена. О, смотри, да, видишь, форс. Да, и Аганим. Ну хорошо, Аганим будет очень скоро. Я вот не думаю, что он БКБ будет покупать. Есть у меня ощущение, что Ника Бэйби попробует купить Сатаник. Да пусть покупают, это тоже крутая опция. Опять же, хп-пул у тебя огромный. Где-то до какой-то цели ты в любом случае долетел, нажал Сатаник, отхилился. Там буквально, да, удар восстановился, особенно если крит какой-то появится. Его нужно будет кайтить идеально, то есть рор исключительно в Свена, других героев даже не рассматриваем. БКБ нет, ну весь контроль нужно будет тратить в него, либо каким-то образом разбегаться, не знаю, на форстафах, может быть даже не один форстаф будет. Гасты какие-то могут появиться, но там гасты опасно брать такого количества магов. Ой, в эмбрейс, эмклоу, ты посмотри на дровку, сразу в эмбрейс себе, эмклоу, да эмкому, Тини. Окей, пусть так. Ну, он там, наверное, саблю себе сделает какую-то, да, пару ударов. Да, да, саблю будет делать, пару ударов, сэмклоу, нормально. Звучит как хороший бюрстовый урон по Devil Unchto, знаешь. Можно попробовать выключить все-таки героя сразу с прокаста. Пока это не особо получается сделать, того же Air Spirit, например, да, они прыгают его там. Там все плотничком. Ну да, там плотничком. Кира, статовый очень персонаж, Виномансер вот с худом уже. С мекой с худом. И с оберклабом, да, еще здоровье. О, блин, Климп купил себе. Интересное решение, наверное, до топки добираться. Дровка, кстати, не будет делать эпику пока. Ставит быстрый закуп БКБ, но я думаю, если увидит блинк на дров, на, точнее, деспрофит, увидит намечающийся аганим на Свене, тогда, наверное, все-таки пику надо скорее выфармить, чем фармить долго на БКБ. Хотя, ну я не знаю, БКБ ведь тоже норм защита в целом. Ну я, нет, атак Свена под ГДС, очевидно, да, хотя бы от Саленса. Опять раскаст. О, минус. Ответка будет от Улайнс, они уже набегают, телепорт от Бумара мисс. А, они просто ушли. Ну, по макро интересно действует, да? То есть напали где-то сверху, ганг сделали, стянули на себя соперника, отошли. Причем отходит недалеко. Обратите внимание, где находится команда Викинг. Они возле вражеского леса, хотя нажали телепорт. Но они пользуются тем, что у них по-прежнему стоит вышка Т1. Да, через нее сейчас, кстати, очень хорошо можно работать. Реально, эта вышка на топе, она помогает вот именно в чужом лесу больше играть. У нас в нижней части карты вообще ничего не происходит, поэтому Т1 вышка Alliance ни на что не влияет. А вот у викингов по-прежнему есть доступ к Рошану быстрый. И то, что они так долго эту вышку сумели сохранить, это хорошо. Ну, смотри, нам показывали графики сравнения Дроу Рейнджера и Свена. Было видно, что когда ничего особо не происходит, а на самом деле в геймплее Свена и дровки реально ничего особенного не происходит. Но на чистом фарме Свен все-таки обходит. Да, вот, видишь? Там невозможно. Ну, я понимаю, что сложно очень
против Свена бороться именно в плане количества убитых крипов, нейтрал и так далее. Хотя есть мультишот, да? Свен все равно делает это быстрее чутка. И вот немножко все-таки разрыв увеличивается, но не сильно. То есть разница, допустим, в решающем файте на 25-й в 2000 или в 3000, это не разница, да, по большому счету. Я думаю, что ядровка в 4 и в 5000 разницу переживет вполне себе. Но главное, чтобы большего оверфарма не было. Там главное, чтобы остальные не сильно проседали для викингов, потому что тени уже начинают уступать. Вот он бегает, он активен, он постоянно везде в файтах, он первым нападает, но он очень мало добивает крипов. Так, быстренько убили кабанов. Микрономиклонов, все подрезали, Сентрик стоит. Вот та самая вышка будет падать сейчас. Рубик, если что, прилетит, не знаю, будут ли викинги защищать этот тавр. Забавно, что Рубик на спидпуш, да? И кто-то другой. Там пачка какая. Крипов, он запушит вышку сейчас. Не решились викинги начать драку. Ну, сложно представить, как это сделать. Наверное, там с раскаста тени можно было начать. Но если разменяют вышку снизу, а там крипы реально бьют. Дайр даже нажали клип, чтобы тавр защитить. Еще ТП даже туда одно отправили. ТП пойдет фармить. Очень много всего можно зафармить. Уже 13 тысяч на творце усвоено. Так, ну ждем файта, друзья. Да, конечно, ждем главного сражения. Потому что вся эта фармежка должна в конечном счете привести к чему-то. Чему-то понятному и логичному. Например, одна команда другую 5-0 стерет. Это будет логично, да? Значит, мы скажем, что одна команда фармила не зря, а вторая, видимо, зря. Ждем битвы. Бум купил себе саблю. Дальше будет БКБ. Дровка тоже купил себе Трилхаммер. Это БКБ уже бесповоротно. Угу. Ну вот на киллах там дровка чуть больше заработала. Лейн крипов забирает больше Свен на 1000. А лес, кстати, дровка эффективнее фармит. Интересно. Ну, пока так. Дабл дэмэдж. И под него пытаются выйти Alliance сейчас. Ну, посмотрим. Может получиться очень здорово. Любой герой, который подставится, умрет с двух ударов Свена. Но не с Туман Войны, где Селлери встречают Селлери. Просто. Селлери-то да. Готов, если что, принимать. И КБ без сколько ему ударов нанесет? Один, два, три. Ну, благо Сентрик оказался, да, чтобы не случилось того курьеза, когда ты нападаешь на Glimmer Cape, а там нету просветки. Все, есть команда Alliance. Так, хорошо, забрали. Сделали минус Селлери, с другой стороны. В общем-то, особо... Ну, тут дисплей открыт Glimmer Cape, окей, да. Ну, в общем-то, Сентрик все равно был нужен для убийства. Вот, Селлери, в принципе, то, что он погиб, это на руку викинг, потому что не погиб за это какой-то кор, да? Потому что если бы фармила здесь дровка и подставилась под ганг, было бы обиднее. А так, ну ладно, погибла пятерка, которая сейчас уже возродится. Нарошан и Лайн зайдут, судя по всему. Вопрос, как отреагируют викинги. Они захватили лес чужой, они поставили там варды. И сейчас действительно все готовится для того, чтобы Рошана убить. В идеале поймать кого-то еще. Поймали Enchantress. Да, это хорошая цель. Это тот самый Тини. В этот раз его уже, судя по всему, никто не спасет. Свен приходит. Да, это минус Тини. Отличный фраг. 50 секунд без байбека. Надо ли нападать на Селлери, когда можно Рошану забрать? Тиммейтов нет по-прежнему. Селлери рядышком. Там Рор в кого-то полетел. От кого? Верспирита. Чатры забрали, чатры с байбек. Экзорцизм. Нападают дальше, пытаются убить Тоби. Стан от Свена. Газ залетает. Магнетай сработает, Тоби тоже погибнет. Неплохой сноубол, там мультишот, и не правда. Не хватает урона, да ладно, и Рубик не задел всех своим болтом. А ладно, не убили никого. Ребята из Викинг. Ну, минус 3, байбек от Enchantress. Но и Лайн все равно могут забрать тир 2 и пробовать Рошана на ходе забрать. Правда, ГДС нет, экзорцизм тоже может закончиться. Ну, как-то викинги по одному подставили, драки здесь не было, да, практически просто помирали. Странный момент от викинг. Ну хорошо, БКБ, Дроу Рейнджер. Мы с вами ее распилит руками. Просто надо добраться. Прыгать можно не в дровку, можно в кого-то поближе, потом на нее переключаться. Он сам по себе быстрее, по-моему, чем дровка сейчас передвигается, если ничего не путаю. 361. У Свена там еще и фейзы есть, поэтому где-то неподалеку с шадом приземлиться, и можно будет вбегать на него под ГДСом. Главное, чтобы урона хватило, там 32 армора все-таки. 33 армора. Мы говорим про Свена, а не про Войда. Я думаю, что ему точно хватит. Свен справится, да? БКБ. 20-й левел уже. Слушай, ну быстро Аганим появился, тут уже БКБ наклевывается. Нужна драка. Покупает Лотус Орб у нас Бестмастер. Так, сканируется область. Ну что, решающая драка, друзья, на самом деле. Самая решающая драка прямо сейчас. Кто выиграет драку, тут скорее забирает Рошан. Виномайнсер напали, будет ли тосать? Ой-ой-ой, он же Пайзунов даст по всем. То точно ли так надо было играть Лоту? Тини разменяют, возможно, Виномайнсера. Виномайнсер, Лотус Орб на Тини. Виномайнсер байбекаться не хочет. Мультишоты отзвонят соперника. Alliance без киллов. Именно поэтому они не пошли никуда дальше. В итоге пережили новый сейчас Викинг GG. Так это Рошан, если Виномайнсер не байбекается? Да в смысле? Я думаю, что нет. А я думаю, что да. Думаю, что будет попытка, но Alliance будут пытаться отбить. Ну, чем? 4 на 5? Эрспирит как-то ворвется. Ультанет. Реально отошли?
испугались, что? Рановато еще команде Викинг GG бить Рошана, они будут бить его подольше. Просто подольше, даже с аурами Бестмастера. Не излишне ли это была боязнь соперника? Дамансер не байбекался, у Свена появился, ГДС окинул, Деспрофит все еще нет экзорцизма. Все еще, и ты думаешь, вот такого времени не хватило бы добить? Я думаю, что ультимейта Свена хватило бы, чтобы попробовать отбиться. Но прикинь, вот могли бы сейчас уже секунд 15 бить Викинги Рошана, а Лайнс даже не дернулись в ту сторону, у них никакого вижена там нет. Никто не проверяет, никто не чекает. Игра на вылет, опасаются. Опасаются, да. Лишняя боязнь, возможно. Ну да, БКБ появляется у Свена сейчас. Ну, супер мощный, третий ультимейт, 20 уровень. Ника Бэйби, 17 тысяч нетворс, оверфармит. Дроу Рейнджер на 3000. Самое главное, что остальных он сильно оверфармит, да. Посмотрите на Тини. Тини 8900 нетворс, очень мало. Там мне показалось, ли Виномансер Аганим себе купил? Нет, не Виномансер, ДП. А, ДП, окей. 1.28 обновленные коэффициенты. Это 1.28 коэффициент на Alliance. От нашего партнера по рематч 3.45 на Викинг. Ну да, вот после того сноубола по центру веры в команду Викинг стало, очевидно, поменьше. Ситуация более чем располагает к победе команды Alliance прямо сейчас. Не забывайте, друзья, про баннер, который доступен под нашей трансляцией, перейдя по которому вы сможете получить плюс 100% к первому депозиту. Так, Alliance понимают, что они сильные, и надо вроде как драку устроить. Вопрос как и где? Кабан пошел на разведку. Ханскин хорошая позиция. Шат идет на передовую, но есть БКБ, не забываем. У Бомба БКБ нет. Бомба считает, возможно, ворваться сам. Или контр инициирует, допустим, Селлери на передовой. Виномансер здесь СФО, ставит Black Ward. Первый пуки будет опять бум. Там есть Пойзенова, опять Пойзенова будет кастовна. Тини подставился, Primal Roar. Пытается быстро забрать героя, фейтбол, Свен уже летит. Пытается без... А, он попался в лотусор, пытается убить Тоби. Тоби под замедлениями, теперь на Селлери, удары Ника Бэйби медленные. Размер на Мастер Тини произошел, Тини байбек. Должны добивать Энчантрес, байбек еще дальше от Бестмастера. Ой, ловят, и ловят Шады, это самое плохое, что могло произойти. БКБ, конечно, нажимает, разворачивается, Сайленс по всем. Тини по всем, урон по всем наносят, и дальше бить Свена. Просто убивать этого Свена, он ничего один сделать не сможет. Ника Бэйби даже удара больше не нанес, все без байбека. За счет своих байбеков Викинги выигрывают. Так, два байбека, этой драки. Да, получают Тини Бестмастер на второй, третьей позиции, но при этом убили всех Рошана. Только если Рошана заберут. Только если заберут Рошану, все это было не зря. Опасно, очень опасно, конечно. Ну, на Шада они поспешно дальше доиванули, но очевидно было БКБ. Прокликать уже можно было минуты три как. Только-только сейчас будет падать Т1 вышка. Надо ребятам на Рошана срочно свернуть. Там 40 секунд не будет ДП, она без экзорцизма. Значит, все это было зря. Кликают только сейчас, да, Шад говорит. Ребят, ну давайте заберем. Мастер, вот он подходит. Ну и все, справляются потихонечку. Шаду еще нужно увеличить свой ДПС. По-прежнему все эти артефакты, но они какие-то косвенные. Они очень мало урона добавляют. То есть что-то такое, я не знаю, бабочка, МКБ, что он там себе придумает. Это бабочка, это нормальное решение, мне кажется. Против Свена, да. Купит бабочку, Свен там МКБ вынужден будет покупать. Вот суммарно все что произошло. Окупились викинги свои? Окупили свои байбеки? Да. Но здесь, опять же, нет ставки уже на остальных героев, помимо Дроу Рейнджера. Здесь Тинник больше как инициатор работает, ДПС он уже не внесет. Слотов нет, он фармить быстрее не стал. Но пока бы хочется, конечно, приобрести все, как надо. Как-то набрать надо бомбу, будет стараться, будет работать. Скади все-таки ставит себе Дроу Рейнджер. И кто-то в итоге окажется сильнее. Но жмут именно Alliance идут вперед, да, несмотря на то, что вроде как Аегис соперника. Но их подталкивает вперед, конечно, отсутствие байбеков на Тоби и на Боме. Они прекрасно понимают, что неудачно провернув одну драку, викинги могут остаться без двух важнейших персонажей, и защищать базу будет уже просто нечем. Одна дровка, возможно, просто не справится. Но Аегис должен смущать. Не, смущает команду Alliance, даже на тир 2 они не выходят. Встречают просто Шада, который в соло охраняет тир 2 вышку и отправляет их обратно. Баунтер у нас контрольный. Что, не бабочка вроде, а скади, да, у Шада будет появляться. Побольше статов. Всех. Нормально. Плюс замедление. Урон как-то будет все равно скалироваться. Бабочка тоже сочно смотрелась. Свен там, я так понимаю, Кирасу делает, да? То есть он не там МКБ выхода, что-то подобное. Да, Кирасу. Ну, броня тоже добавляет себе броню, тоже понятно. То есть... Не играет через сатаник пока, во всяком случае. Просто планирует делать Кирасу. Ну пока все неплохо для команды Викинг GG. В один момент показалось, что Alliance просто за счет перефармленного Свена смогут легко выиграть. Но нет, все хорошо у викингов.
сейчас сами попробуют поддушить. У них ведь по-прежнему геймплей один и тот же. Как-то нужно раскайтить Свена, нужно обеспечить Шаду спокойное существование в драке, чтобы до него никто не долетел, не доехал, не добрался, и тогда он всех расстреляет. Повторить до победного. Свен все-таки, после байбека он не так опасен. Вот он выкупится, у него не будет ульта, если он где-то погибнет, да, в ключевой драке. А Дроу Рейнджер опасна всегда. Она не зависит ни от чего. Ну куда мультишоты, разве что? Ой, да ладно, там сколько? Ну, ерунда. Так можно сказать, что КД-ста на Свена тоже очень важная штука. Тоже верно, тоже верно. Напряженная первая карта, вот как будто третью, знаешь, играют ребята. Тут без шикарных файтов, конечно, и камбэков, как было в матче ВП. Ну подожди, все у нас по нарастающей идет. Нарастающей. Думаю, что разгонятся ко второй, может быть, и к третьей карте, ребята. Надеемся, надеемся. Дополнительную силу взял 18 себе Тинин. Нормально, будет покрепче. До бокобы ему дают возможность добраться. Это очень важно после пайбека Тини. Не пропал прям совсем с радаров, да. То есть у него Нотворс вроде бы шестой, последний среди кор-персонажей. Но если мы посмотрим конкретное сравнение по другим позициям, мы видим, что отставание всего в 1000, в полторы, в 2 максимум, да. То есть это не очень много. Он даже немного догнал. Так. Тут ФНГ прилетело. Конечно. Хорошая спас, конечно. ФНГ может погибнуть. Тут такое замедление. Еще стрелой цепляет. Кабан идет. ФНГ ТП. Интересно. Да, улетит. Нормально. Хорошо сыграл, хорошо. Через туман войны. Ну, немного решили викинги выйти подальше, потому что Аегис потихонечку заканчивает. И заканчивается, и Шат мог спокойненько даже рискнуть, где-то загулять, разменять его. Знаешь, мне что-то как-то боязно за команду Alliance. Я вижу, какие-то мультишоты пробивают героя. Реально очень мощно. Дай Свену еще два удара нанести. И тогда уже викинга будет боязно, если он там криты какие-то копит себя. Но ждет момента, конечно, Свен. Понимает, что нужно дождаться окончания Эгиса. Потом Шада можно уже стремить свой взор. Ну, Тоби будет работать. Тоби будет лотусы набрасывать на Шаду, да, чтобы вот эти станы Свена не залетели. Надо правильно сыграть и тем, и другим, как раз под окончание Эгиса. Викинг-джи успевает снести вышку, можно отступить. Кираса здорово на Свене была приобретена. То есть самого Свена это, безусловно, улучшает и становится более плотным. Ну и плюс, опять-таки, аура в виде дополнительной брони для тиммейтов, то, что тоже немаловажно. Алибарда есть на виномансере. Крутая шмотка, заткнуть можно дровку в драке. Да, покупает себе сатаник Свен в будущем. Нормальный билд, мне нравится. Единственное, что не вижу артефакта на урон такого настоящего. Дейдалус, МКБ, что-нибудь. Эгги закончился, викинги отступают. Или отступают ли? Позиция интересная. Ну, у них получше позиция сейчас. Они на ХГ стоят, плюс здесь есть доступ к Т2 вышке. Можно ее спокойненько сломать. Элайнс то же самое думает. Да? Внизу доступ к вышке Т2. Можно ее сломать. Тинни купил БКП. Дальше Зерил. Еще один сейф из-под фокуса Свена. Ну слушай, если они прям так вот будут держать позиционку и бафать дровку, лотус набросили, потом и зерил набросили, да, чтобы сам просто не убивал дровку, а дровка будет стрелять стоять. Интересная идея. То есть фактически, да, 4 таких помощника под одну дроу рейнджер, которая будет уничтожать. У Alliance вообще очень плохо идет играть против героев, которые стоят на дистанции и расстреливают, и вы не можете до них добраться. Если кто помнит, Alliance, по-моему, все свои карты проиграли Арквардену. Да, Арквардену и Дроу Рейнджер — это герои немножко разные, но есть у них одна такая общая черта. Они стоят далеко и расстреливают всю вражескую команду. И в этом они похожи, поэтому Alliance, ну, у них реально проблемы с такими героями. Сколько мы смотрели стату? 0-5 у них с Арквардену. Против Арквардену 5 Арквардену проиграли, да? Да, они ЕГЭ проиграли, они Нигме проиграли и кому-то еще проиграли в группе 0-2, как раз тоже там были Арквардены. О, сбили на последних секундах. Вот усор, правда, но неважно это. Хорошо, минус Тоби поймали, там уже практически дочитал свиток телепортации, Бестмастер. Хороший минус на 1.5 минуты. Беста уничтожили. Вообще да, 1.5 минуты это много. Как-то загулял немного Тоби сейчас. А у него было БКБ, он пожадничал, да, БКБ нажимать, видимо. Вроде Бестмастера был, а не было, все, прошу прощения. Когда ничего не мог нажать. Лотус нажал, как бы, ну понятно, что. Это не обеспечивает тебе свободу. Еще 70 секунд, вообще можно дойти до хайграунда. А до Шада? Не увидели, время Шад ушел. Очень опасно было. Подхватил его сейчас, завязалась бы какая-то ненужная драка. Попал сейчас. Там вар в центре стоят, то есть информация у викингов, хороший вижен. Так просто не подступиться. Домансер приобретает себе блинк, они все на блинках. Да, Свен за счет Аганима, СФО вместе с Лимпом за счет блинкдаггеров. Это все на Шада направлено. Да. Хоть бы раз дошли до него. То есть если мы это увидим, то да, ок. Если нет, то... С другой стороны, одного раза может быть более чем. Конечно. Пока байбека нет, Дроу Рейнджер, в принципе, нельзя подходить, нельзя рисковать. Ну, слушай, за два экрана. Слушай, а на топе пушится вышка. Надо что-то с этим делать. Да, Тинни толкнул, вернулся.
20 секунд еще есть у Alliance, за 20 секунд они вряд ли спушат, а вот за 20 секунд могут убить СФО, СФО. СФО, да, расстреливают, должны добить, он успевает, конечно, ультануть. Дальше бум под БКБ и разбегается команда Alliance, выкупается Бестмастер, ничего себе, прям лорд неплохой, кстати, хороший, хороший. А Айспасом, правда, сдерживает давление на Никабэби, Никабэби уходит, а Тоби пойдет дальше? А чем? Побежит с кем-нибудь, не Тоби даже, а Тини, да, должен бежать впервые. Да-да, Тини только не остановить может, мультишоты не касаются. Закинь кого-нибудь, куда-нибудь. На паучьих лапках, на паучьих лапках, вот он, Бул уже с тыла. А там Свен контролировать хочет. Надо ли, а там Лим пришел с экзорцизмом. Опасно, стан шикарный от Свена. Байбек от Энчантрис, бум до сих пор живет. Дро Рейнджер подняли. Дровка, где же БКБ не нажимает пока. Вот сейчас пытается драться с Никабэби. Опасно, Свен летает, добивает героев, ушат просто отступает, все, БКБ не может драться, мультишоты, Никабэби забрать, Никабэби забирают, Гастом отбрасывает, снова Юрспирит, снова залетает здесь Тинис, байбек, очередной БКБ. Не хватает на Шада, им не хватает на Шада, или хватает, или хватает, или хватает, добивает Шада, Шада добит, Шад сгорает, да, Лимп даблкил, Лимп лоу хп, Лимп сам погибнет, скорее всего, да, он погибает. Ханскин здесь тоже, конечно, катается от одного героя к другому, его должны добирать, да, хорошо прыгает, Тини подставляется под его роллинг болдер, минус Ханскин. Но опять байбеки от викингов, на этот раз они отдали Дроу Рейнджер. Байбеки Лайнс не тратили. Хоть и потеряли. Сразу три байбека, это очень много. Опять же, экономика всех, помимо Дроу Рейнджер, сильно падает. Немного больше золота суммарно получили викинги, но все равно. Не идеальная драка для них, заигрались. Уже полетели вперед, я думал, что там все получится, но как-то слишком далеко. У Свена по-прежнему работал ультимейт, я даже не поверил, что он развернется. Нет, он прыгнул. Ну, то хорош, двоих, твоим. Хорошо очень прыгнул, да, и там уже урон начал выдавать. Но, видимо, что Дроу Рейнджер подставляется только если сама далеко очень заходит, там сложно было уже отступить. Вообще, если отмотать драку немножко назад, то как все начиналось? Викинги синициировали, когда Бестмастер 20 секунд до респауна. То есть Тини запрыгнул, Виномансера тоснул, и Бестмастер... И выкупился. Я думал, он не будет выкупаться. А он выкупился, чтобы остановить Свена, и то Свена после этого не убили. Угу. То есть, ну, рановато, да, дернули, заставили Бестмастера нажать не очень... Не, они могли просто убить Веника, и на этом бы все закончилось. То есть все, все разбежались, Alliance бы дальше не пошли, викинги бы тоже дальше не погнались. Тогда байбек бы был сохранен, ну да, они бы убили одного героя, развели Свена на БКБ и сами остались с байбеками. Для всех все закончилось не так плохо, как могло бы, да? Для викингов даже плюс бы огромный закончился. А то что, успевает прям, получается, Рошану забрать? Ну, без дровки не знаю, потому что Свен сейчас появится, ДП сейчас появится, они уже готовы лететь. Дровка тоже готова лететь, причем летит-то сюда, на святыню. Подтягивается, подтягивается, понимаешь, что Рошана будут забирать кучу информации викинга за счет Бестмастера и его ястреба. Надо добивать быстрее, Шат долго шел. Но он успевает, он должен успеть и забрать Аегис. Да, 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 да. Ну, второго Рошана забирают викинги себе. Ну, знаешь, как все тут на грани, все вот на тоненького, да, эти байбеки в каждом файте. Ведь рано или поздно на этом Alliance сыграет, они нажимают смок, они реально будут драться, они понимают, что Аегис только на одном герое, остальных героев Аегисом не спасешь. Если удачно влететь без мастера в Тине, они же очень долго будут респауниться. А у команды Lions байбеки, кстати, будут. Это тоже очень важно. Правда... Бист, по-моему, погибал уже после байбека. Второй раз. Ну, то есть он выкупился, сейчас умер. Шат. Так, Шат. Но это не та цель. Не то, что хочется убить прямо сейчас. А он-то готов убивать их. Целый. Если что, ой-ой-ой-ой-ой, какой урон по ФНГ. Очень легко убили. Энчантрис — это не такой важный персонаж. Куда Тоби кинули? Тоби кинули на Свена. Свен... Тоби говорит, за что? Рор дал, ну так всем все равно на этот Рор, если урона нет, Ханскин пытается пробить, он уезжает в роллинг болдере. Джакира сделал байбек, ну вот там ситуация, где байбеков-то нет. Ультишоты, дровка держит позицию, расстреливает издалека, на хайкран подниматься будет трудно. Но баунти руны сейчас заберут Alliance и получат очень хорошее экономическое преимущество. Ну, тост такой получился не очень качественный. Там суть в чем? Суть в том, что Виномансер пришел, дал поизон новый, так получилось то, что Тиди не слишком близко подошел, и ему Блинк все время этой поизон новый сбивался. Он бы не смог нормально влететь, поэтому решил тостнуть тиммейта, что оказалось не самой лучшей идеей. Ну, не сказать, что Alliance прям много с этого получили. Да, убили, фраг заработали. Alliance же выкупился, да, один Джакира? Да, 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 Джакира выкупился. Тем более. Теперь викингов, обратная ситуация. Викинги плохо. Не выкупаются, потому что не могут выкупиться. Alliance выкупаются теперь. Обратные байбеки пошли. Брат, немножко не те герои, что нужно викингам. Пытаются ганга сейчас, Эрспирита, все чувствуется, понимает Эрспирит окольными путями, по периметру карты, на базу до хаты. Как найти? Как? Просканировали, да, понимали, где прыгать не стали. Время потрачено, возможно, викингам и не стоит как-то далеко выходить, может проще еще слотов набрать, дождаться своих байбеков, здесь придется еще играть долго. Понятно, что они очень хотят как-то использовать свой Аегис, но та ли это ситуация, когда нужно это делать? Ну тогда им нужно дровку реально подставлять первой, но если действительно речь идет о том, что нужно реализовывать Аегис,
Если она подставится в первый раз, то она ведь там и останется во второй раз, когда умрет. Ну смотри, они там на первую... Как потом дистанцию увеличивать? На первую, ну, форстаф есть, БКБ у нее есть, да, пика там какая-то. У нее форстаф у тиммейтов есть. Сконтринициирует. То есть на первую жизнь дровки, скорее всего, потратится БКБ Свена, да, там, допустим, часть ГТС какого-то. Ну, то есть на что-то выменивать надо, а как еще? Просто если вы не хотели дровку подставлять и там с Аегисом, да, в качестве наживки, тогда надо было просто Аегис другому герою дать, и все. Тини, допустим. По-моему, Аегис в такой ситуации — это просто как страховка. Это возможность сделать так, чтобы сами Alliance не напали на вас, и вы немного передохнули, дождались байбеков, и снова были готовы, если что, сражаться. Alliance ведь тоже никуда не двигаются теперь. Аегис есть, они знают. Еще 2 минуты, мы стоим, фармим. Нинджагир, конечно, для дровки — это сумасшедшая штука. Сколько бонусов дает на этого героя. Тоби лампу себе взял, кстати, тоже попробую убей, да? А с другой стороны, у Лимпы сплпризм. Вообще шикарно. Экзорцизм мы используем. Спирит Сифона, все откатывается быстрее. Принц Снайф на Виномансере тоже пойдет. Нинджагиру, Свена. Ну, чуть хуже, может быть, чем для дровки, но тоже пойдет. Так, ну, шат готов. Шат готов нападать. Но позиция лучше сейчас у команды Alliance. Они там могут прокачать поймать. А, он не прочекал, подожди. Ой, шат. Опасно идет. Но с Аегисом. С Аегисом может позволить. Минут 20 еще будет Аегис. Пробегает, а Энчантрес рядышком. Тоже не защитница. И нельзя викингам подниматься. Там Джакира может такую грязь строить. Бар такой. Очень глубокий. Но на хайграунде ждут Alliance, понимают, что это территория их, там бар в центре. Неужели прямо сюда будут прыгать викинги, прям в лапы к сопернику? Ой, шат, ой, шат. Ух, как он опасно лезет-то. Неужели его не видно? Он идет, идет. Синициировали тени, БКБ нажал. А там в спину заходит Рок, начинает драться, Свен летит! Форстаф, Свен далеко. А, Глиммер Кейп, окей. Так, и что дальше? Просветили, наконец-то. Свел на БКБ, можно сказать, шат. Сейчас он будет умирать первый раз, Аегис, судя по всему. Аегис. Вот, а смотри, теперь ГДС нет, БКБ нет. Ну, ГДС действует, окей, на БКБ не будет у Свена. БКБ нажать на дом. Нажимать. И ТП. Интересно. А как драться? А куда ты уйдешь оттуда? Никто тебя уже не отпустит. А здесь параллельно догоняют всю остальную команду. Вот этого я и боялся на самом деле. И викингов здесь просто убивают. Всех, кто не успел улететь, не у всех есть БКБ. И Тини на 120 секунд без байбека. Слушай, ну если план был, что он разведет на кнопки, нажмет ТП, почему остальные его тиммейты остались? Тоже странно, да? Потому что все внимание было на дровке практически. Это очень странный мув был от викингов. Ну да, непонятно. Мало того, что изначально позицию неудобную выбрали, так еще и потеряли сразу 3 человека, плюс Аегис. В итоге просто на ровном месте отдали Alliance очень много. И сейчас у Alliance есть возможность, ну, как минимум Т2 забрать на топе, а то и на хайграунд подняться, пока нет Тини. А Селлер есть возможность убить? А это типичный Энчантрес, там у него этот еще Шака. ДП просто наплевал, и через блинк ушла отсюда подальше. Селлер на себя пачку крипа. Сколько у него там ХП? 3? Энчантрес не взять. Вышка падает. И все, и на хайграунд можно подниматься. 2 героев нет. Без мастера байбек в очередной раз может выкупиться, уже в 3-й раз, да, по-моему, за эту карту. Шат будет стоять настреливать. Урона у него много, но со всеми он не справится. Он купил бабочку? Мне кажется, он на байбек оставлял. Нет, не оставлял, потому что денег нет. Судя по всему, должна быть бабочка, либо вот-вот будет. Да, есть. Есть глиф, глиф нажали, но тени еще очень долго ждать. Да, действительно купленная бабочка, левел 25-ю дровки. Усилился шат довольно серьезно. Так, что пуш хайграунда, где Рубик своровал плэкварды и расставил свою армию. Некрономиконы пошли, Никобэйби старается это зачистить. Легкие деньги. На, нормально он накидывает, да? Тоби прыгнул, а не смог дать, не смог дать. Да ладно, разворот его бьют просто, Тоби. Ой, Тоби, ну, Тоби, Тини вынужден выкупаться, потому что драка уже началась, Лимба пытается зафокусить. Там игроки ворованные от Рамиста, посмотри, какой урон, может дикий раздать просто Рубик. По всем и Дроурейнджер урон наносит, серьезно, они всех убивают, вау. Воу, я хочу и дальше за ФНГ. А он Глиммер, а я вижу. Да не, его тоже убьют. Так, получается гениальный был байт от Бисмастера. Получается, да. Внезапно СФО вынужден тоже бежать. Попутно собираю баунти руны. Хочу посмотреть урон. Можно вот батл рекап, да, когда он появится? От Рубика? Ну, потому что я видел, своровал макропиру и поставил ее по всем. Там просто горели лайн. Чем макропира зеленая была. Я не думаю, что лайн сразу сообразили, что получилось. Да, вон она в КДМ. Урон там был... А Дроу Рейнджер, конечно, колоссальный. Да, без шат там выдавал цифру ого-го. И вот он реплей. То есть вот смотри, сейчас будет форстав Тоби, и как-то он не дотянулся, его да, остановили с гелем, да, остановили сперва.
Вот, вот Арамис спавнует. Вот смотри, Арамис сейчас вот кидает макропьеру зеленую. Все, и... непонятно, что она лежит реально. Они все как понять вообще? Они горят просто. И расстреливает шат. Снова не добираются до него. Невозможно это сделать. Не, ну дефенс сумасшедший у викингов, конечно. Когда Виномансер, когда Рубик ворует, Блэк Вард расставляет, а потом еще макропира, ну как против... У вас два героя выполняют эти задачи, да? А там сразу три героя. Подожди, а это что, это у нас база все? Это нас, нам показывает тот же самый Fight Recap, где команда Alliance после той же самой драки падает база. Причем падает две линии, они не выкупаются, у них было три байбека, ни один из героев байбек не нажал. Экзорцизма, ГДСа нет. Чего ради байбека, да, хочется спросить? Тоже верно, но тогда придется играть без двух сторон, и из ничего просто викинги берут и сносят две линии. Ну как из ничего? Из нереального дефенса викинги, за характер. Ну то есть ничто не предвещало для Alliance. Они сами только что нападали, сами только что пытались как-то осаждать хайграунд, и в итоге потеряли две линии сами, спустя минуту. Внезапно. Да, мы пушим, пушим. О, Эншентов захватывает целый, нормально. Это хороший, кстати, баф, да, от этого крипа, 15%, лишь очень КП. Много. Там у самой Чантри сколько сейчас здоровья? А там я под шаг, да, сколько здоровья? 2500, где крипа рядом нет. Крип еще накинет. Ну, мы видим, что крип нормально, точнее, Чантри сама нормально. Как раз под 3000 и будет уже суммарно. Там 2800. Ну там Тини, да, с учетом таланта на 18 силы, плюс еще 15% от этого крипа. У него сейчас без бафа 4000. Что-то очень ненормальное в доте. А вот все сетуют на то, что Энчантер самый бесполезный герой, да, пожалуйста. Ну, кстати, да, это же по минрейту тоже самая слабая пятерка. Самая слабая, вот пятерку берем, или пятерка-четверка, одна из самых слабых. Как говорится, импакт просто был не доказан еще. Сейчас мы видим доказательства. Главное показывать импакт в важном матче. Это важный матч. Важный. Билайн, смотри, Рошана чекают, а там еще полторы минуты чекать. Нормально. Там за полторы минуты можно будет Шаду сходить за ДД или кому-нибудь еще, Тини, например. Так, Тоби подставляется. Тоби подставляется первым. Тоби можно попробовать убить. Однако там есть БКБ, там есть Лотус. Его попробуй убей. Ага, и Улф себя. А там снизу база ломает. База горит, ребята, из Alliance. База горит. А я это где-то уже видел. Помнишь серию против Нигмы в первом матче команды Alliance в групповой стадии? Они ведь тогда тоже в третьей карте теряли базу. Это макропир опять? А ему нравится доту играть. Арамис очень полезный тоже. Сегодня саппорт проявляет себя с лучшей стороны. И диск у него есть. Его так просто не убить. Ну да, по стандарту элит, заблинка, понятно. Солар себе приобрел, кстати, тоже, да, пафать. 25-й левел уже. Там вот у саппортов Alliance есть 25-й левел, например? Вижу у Тоби 21-й, а у Арамиса 25-й. Очень полезный Рубик. Ну что, викинги вышли вперед по экономике. Ведут совсем немного, но давайте посмотрим на графике, сколько они проигрывали. Имеется в виду, на протяжении всей карты, по-моему, они проигрывали. Они очень редко, когда вырывались вперед. Чтобы обозначить преимущество команды Викинг, достаточно посмотреть на пустоты на базе у команды Alliance. На руин. Перекати поле. На перекати реальном поле. Да просто там даже руин не осталось, там ничего, там стерто просто. Только низ остался. Вообще не прозевать бы Alliance, потому что я вижу, нижняя линия все время подпушивается Шадом. Он там отправляет эти свои иллюзии. И если... Ну, тут ситуация по макро просто идеальна для Викинг на самом деле. Они могут привлечь соперника на Рашан. Рашан драться надо команде Alliance? Надо. А Эгги вставать нельзя. Если долго будут драться, а драка, скорее всего, будет продолжительной, то нижняя линия может просто упасть. И ты либо защищаешь низ, отдаешь Рошана, либо дерешься на Рошане и играешь против мик-крипов. То есть такая ситуация может возникнуть. Тут надо прям все учесть и прям, ну, грамотно много сделать. Все, спелстил заканчивается у Рамиса, макропир. Какой интересный какой мув придумали Alliance. Заходит. Спалил ястреб. Центр. Тоби ушел, ферстав, отлично сыграно. Ястреб спалил. Йоул, там БКБ, шат. Никакой без здесь, но его расстреливают. Фрор получит просто. И стоит на месте? Начинает работать. Хорошо. По СФО может поработать, нет? Нет, Тоби дают БКБ. Тоби, судя по всему. Тоби БКБ поздно, нажимает, но живет пока. Пытается уйти. Тиня пришел. Эзериал, вот кайтит, вот. Кайтит, просто кайтит Свена, ждут, когда у него все закончится, но ловят Дроу-Рейнджер. Дроу-Рейнджер нажимает БКБ, надо разворачиваться и просто накидывать. Да, по ДП, СФО, например, добить в первую очередь. Мультишот! Мало ХП остается, но Дроу-Рейнджер ловит БКБ. Крапира туда очень больно Шаду. Шад Монтастайл пытается уйти на пике, на хайграунд, развернуться, подраться. Урона не хватает, он живет. Да ладно, он не умирает. Погоди, да? погоди. Живет, живет, да, живет, нормально. Что-то штука не добивает его, да. Казалось, там, может быть, еще какие-то яды Виномансера висят. Глиф нажали еще на всякий случай, видим, что под вышки, что ли, урон какой-то пошел. Они опять развели на все, потеряли только Беста. Ну, не знаю, нормальная драка для Alliance, нижнюю линию только засейвить.
потому что нету бестмастера байбека, 4-5 ситуация, Рошан уже воскрес, успевает Лайнс его забрать, я думаю, что у викингов ситуация не самая приятная. Погоди, вот насчет успевают забрать, вообще не уверен, Виномантер отошел из драки, а здесь ребятки собираются, нажимать смок и бежать. Нам шмотки показывают, ну да, мы это все видели. А, киноптик Рубик бегает, ну а что с линзой, киноптик? Что-то лучше предполагается, но я не знаю, что лучше. Паучьи лапки? Maybe. Может быть, да. Рефрешер. Ух ты, а тут так, поймали. Куда ж портал? ФНГ. Гем выпал еще. Задумка интересная, исполнение так себе получилось. Как говорится, сыграно талантливо. Да, гем у нас подбирается. Так, так, так. А вот сейчас талантливо ли? Кто заберет Аегис? Это сейчас очень важно. Где Аегис? Вон он лежит. Шатова все-таки забирает себе и расстреливает людей, которые там стоят до сих пор в рошпите. Все разбегаются, бросают бума. Да ладно, а почему он не берутся? Он ТП сделал. Просто развернись и иди убивай людей, Шат. Тут все биты. Ну, вообще, у Джакира не было. Джакира был байбек, но он не нажал. Все, все разбежались. Все ушли. Мне показалось, что Бума бросит, сейчас он умрет там. Да они все забрали. Да, Аганим, я вижу. Аганим кому отдали? Отдала дровка, инсенцию Аганима Рубику. Во. Конечно, кому же еще? Жестко. Ой, там, кстати, хороший спел. Сварон. Так, а, может быть, не самый хороший, кстати. Подожди, он же тоже с Метеорхаммера сейчас будет лететь, да? С Аганимом, да? Нет, это плохой спел. Рубик. Не, ну если он будет круто, знаешь, типа влетел со стана и сразу блинкаут. Вот такой какой-то штуки исполнять. Ты же именно это хочешь делать на Рубике, да? Важно в матче прыгать и с блинкаут ходить. Я, кстати, не уверен, что это так работает. Но, по-моему, если он с Аганимом, как бы он должен Метеорхаммер тоже давать. Ну, приближаясь. Мне кажется, это не очень хороший способ. Не, зато он ворвет и сразу телекинез, там все дела. Сейчас посмотрим. Шат. Начинает расстреливать Ника Бэби, у которого есть ультимейт, если что. Так, из фона падает наглую один, нападает на дровку и просто потратил ультимейт, еще и чуть не погибает. Ника Бэби нажал свой ульт, а что тратят-то способности свои Alliance, причем в никуда. Да пока бы. Это все просто переждать сейчас, все. О, летит на Селлере. Допустим, не самая лучшая цель, ее попробую еще убей руками, там урона просто, может и хватит, но это долго будет происходить, а так спит там так не будут драться, викинги вообще не хотят драться. Конечно. Может, Enchantress под топе БКБ ТП. Продают Enchantress, да, отдали. Но дальше идут цеплять. Там уже ничего не осталось у Alliance. Они, конечно, молодцы. Упорство — это круто. Мне нравится геймплей викингов. Они ни одну драку не принимают, они просто из нее уходят. Они понимают, что к ним на базу просто не зайти. Как ты зайдешь к ним на базу сейчас? Там двух человек хватит, чтобы защитить базу. Шада и Рубика. В этом плане, кстати, интересно было бы Буму отдать Аганим, чтобы он там засыпал. А, у него нет же, да, Аганима на тени? Чтобы он сейчас стоял с хайграунда, знаешь, там, с базы откидывался. Так, ох, шат, 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 нападает. Спалил смог, спалил смог. Гас, так. Встречает соперника, телекинез туда. БКБ есть, нажимает БКБ, ФНГ выживает. Дальше попытка убить СФО, у которого нет ультимейта. И добирается Ника Бэби до Рубика, быстро убили Рубика. Джакир, Джакир на байбеке, Рубик и чат. Шада, Шада можно попробовать убить. Шад, трудно, надо байбеки включить, есть там байбек. Должен быть. Шада, да, есть байбек. Какой-то странный нападение, такие ошибаются сейчас викинги, сейчас Тоби тоже будут убивать, судя по всему. Да все сыпятся, игроки команды Викинг GG. Три байбека есть. То есть ситуация, когда у соперника нет ресурсов, они убегают, а тут решили напасть, да? В ситуации, где у них вообще не было обзора, вижу на... Получается критическая ошибка какая-то, потому что Alliance по экономике врываются вперед, база у них не горит, можно самим напасть, можно что-то снести. Лимп рефрешер, сразу новый экзорцизм подрубает, байбек от Draw Ranger, бестмастер байбек пока оставляет. Ой-ой-ой, что ж такое-то сделали викинги? Своровал экзорцизм. Окей. Даже так умудряется играть Арамис. Ну, короче, надо экзорцизм нажать, своровать Метеорхаммер и прыгнуть соперника. Своим диском он может там впитать какое-то количество урона. Чё-то как-то викинг в одной части все отдали просто. Вообще, ну, я не да. знаю, ситуация была равная. Так, Тини тоже нашла. Полетели. Обратно. Экзорцизм врубает Арамис, но Рор. Очень больно Тоби. Рор на Свена, бум, сыр. Пытается жить, Макропира пошла, Рамис кидает нюки, Ханский лоу хп, мультишоты в спину! Ника Бэби пытаются расстрелять, Ника Бэби прыгает, конечно, но Ника Бэби только бежать остается. Там экзорцизм ворованный от Рубика. Ника Бэби расстрелять нужно. Да-да-да, убивает Ника Бэби, хорошо. Ну, и это... ничего не потеряли. Ну как вот смотри слева на табличку, ничего не потеряли. Ой, там, кстати, Т4 горит сверху, я вижу. Прикольно, минус 5 байбеков у команды Викинга. Я имею в виду, они не потеряли даже линию. Да, 4 байбеков не осталось, ну, куда деваться. Так, я максимально потерял логику в том, что сделал. Происходящего? Да. Они сейчас пойдут... Красиво, да, за рубиком кубики летят? Ну да.
Что это за змейка? Вообще выглядит как в каком-то ужастике, знаешь. Реально страшно. Это анимация, что такого цвета. Так, они идут заканчивать игру, но там у Свена есть байбек. Значит, они не закончат игру сейчас. Да. Вероятнее всего. Звучит логично, да. Выбить байбек, отойти, может быть, такая идея теперь. Я, честно говоря, даже боюсь предполагать, что уже голова в команды Викинг. Окей, отошли. Ну, ждем следующего Рошана. 3 минуты. Нет, ждем следующих байбеков. А, ну да, но Рошан появится раньше, чем байбеки. Это нюанс. Да. Там не намного, может быть, если повезет. Безумная катка какая-то, супер безумная. Вот уже час она длится. Это время очень незаметно летит. Последний матч дня. Только, я так понимаю, еще один экзорцизм будет, да, у Рамиса? Да, да. Полстила должно хватать. Удобно. Ну, удобно будет, если прям драка, да, будет в момент активации экзорцизма. То есть, очевидно, он ее нажмет, этот экзорцизм, до окончания полстила. Вопрос только в том, будет ли в этот момент замес. Ну да, действительно, когда викинги принимают соперника на своей базе, у них все получается. Ну, понятно, что с байбеками, но тем не менее. На нейтральной территории получается далеко не все. Додровки добираются, тяжело жить, шат не может держать дистанцию, чтобы просто стрелять, а очень хочется это делать. Уже не столько стойкие тени и бестмастер, да, которым, ну, трудно дать импакт, трудно выстоять против урона соперника. Потому что накрывают, замедляют, БКБ работает 5 секунд, это мало, очевидно. Ну, вообще, это шат забайтил на фигню снизу, когда пошел. Так, пацаны, у меня план есть. Я сейчас самый сильный, я всех убью. Нашел, с Гастас инициировал, и все, команду похоронил сразу. Ну что, Лайн собираются вместе. Байбека есть 4. Захвачена ванпост снизу, довольно важно. Если будут байбеки, они будут прилетать туда. Я не думаю, что если они будут драку проигрывать, они будут в оккупации возвращаться. Здесь так не работает ДП, потому что будет без ульта. Условно, Смен будет без ульта. Куда там возвращаться? Одну линию готовы сейчас викинги отдавать, 100%. То есть это не проблема для них, если они одну потеряют в ситуации, когда они сами спушили две. Экзорцизм Рубик нажал, экзорцизм нет? По идее, да. Не, они отдают, они просто отдают линию, они понимают, что в ней нет смысла. Но есть глиф, на центр, наверное, ставят. А вот в центре защищать уже, вероятнее всего, придется. Тут уже и вышка стоит. Там в центре бестмастер какой-то сумон идет, толкает мид. Не знаю, насколько это опасно, конечно. Надо это учитывать Alliance, что придется на базу все-таки улетать рано или поздно. Потому что сверху тоже пачка крипов доходит. И главное улететь всем Alliance. Какой-то тени ворвется, ТП собьет. Да, да, вот, да. Вот 4, 4. Вот сейчас. Всем нужно просто разбегаться. Да. Ну, грамотно или... сыграли, грамотно. Минус линия, минус Т3. Ну, у викингов по-прежнему нет байбеков, нет никуда смысла торопиться. Айон-диск раз, айон-диск есть также у ФНГ. Тень Актаринкор, ну просто, да, почаще пользоваться своими способностями, шмотками, все понятно. Свен Тревела взял, тут для того, чтобы, опять-таки, было удобнее так возвращаться, дефть. Не знаю, может быть, какой-то план у викингов есть в плане, ну, не знаю, Тревела на топ, знаешь, прилететь, бас сломать. С тени, там, тени дровка, допустим. Ну, Тревелов нет, конечно. Не, звучит как похороночка для себя. А, ну, много ли у них шансов в чистом поле подраться хорошо? А не надо в чистом поле? Надо на базе? На базе много. Но тогда сейчас, чтобы победить Alliance, надо базу снести. Если они не зайдут на нее, то они ее не снесут. Там сейчас Рошан, там будет и рефрешер, и Аганим. Все это заберут себе Alliance. Я, правда, не знаю, там Аганим есть у Виномансера, у ДП, по-моему. Виномансер, кстати, не факт, да? У ДП точно есть. У Свена точно есть. Да, есть у Виномансера. Ого, Тир-5 полетели. Дезолятор. На Свене, да. Woodland Striders. Изолятор мощно. Book of the Dead на дровке. Кому только отдадут изолятор? Мастеру, я думаю, Book of the Dead. Stage and изолятор, не знаю, да, вопрос хороший. Потому что Woodland Striders взяли для Ника Бэйби. Изолятор просто ФНГ. Ну, ФНГ может пушить, правильно? На Джакира, как на героя. Главное наносить какие-то удары. Один раз нанес удар, уже хорошо. Вот Шат пошел сейчас шмотки выбивать. Смотри, что он делает. На Эншентов уходит. Да, он идет шмотки выбивать для своей команды. Довольно важно. Баллист. Айспрок за что? А я теперь хочу это видеть. Просто так сразу переложил, не думая. Вы так с Alliance за что просто? Ну, за да что? Ладно, еще погоди. Посложнее, конечно, теперь будет добраться до него. Сколько там раньше? Суммарно у дровки сейчас. А так раньше 125 плюс 390. За косарь. Понимаю. По Т4, конечно, стоять нельзя, но близко к этому.
Еще одну тир-3 сломали тем временем Alliance. Экзорцизм работает, дровка. Все равно боится, конечно, подставиться под любое инициирование соперника. Ну, теперь уже и бараки падают, да? Глиф приходится нажимать. А что ж надо тир-3-то не нажали? Пол Пойзенову дал. Просто один конец соперника. Рор. Там Айндис срабатывает дровку, расстреливает с дистанции, минус Феник. Ну, он выполнил свою задачу, он отзвонил соперник, чтобы бараки снесли. Минус две линии теперь у коллектива Викинг, остается только центр. Там голые бараки. И Викинги терпят. Рошан 52 секунды. Ну, надо идти, наверное, на Рошана. И байбеки как раз минутка остается. Ну да, надо идти на Рошана и драться там. Выбить байбек с Виномансера, подраться в 5-5, где байбеки будут и у тех, и у других. Пиратская шляпа. Убивается для команды Lions еще. Он себе ее ставит. Викингов только один пока, да, слот? Не-не-не, там Book of the Dead был точно. А. Точно баллиста. И еще что-то. А, Баслот, Баслот, да. Ну, книга норм, наверное, в такой ситуации. Ну, без мастера. Спущена. Некрономиконы плюс книга. Да-да-да. То есть здесь в случае чего можно отправлять их просто куда угодно, и они там будут распушивать и так далее. Экс-машина, по-моему, да, на своей еще я вижу. Да, экс-машина. Форс-бутс для викингов. И Ишат уже просто бьет Рошана, да? Alliance. Будет бить Рошана. Alliance. Просто на ровном месте отдаем Рошана? Ну, они трех отдали, в принципе, в этой игре, да, как-то справлялись, да, в пару времени. Это же так просто играть против Аегис. Да легко вообще. Шардов там и так далее. Да изи. Когда можно играть с ними? Аегис для слабых. Понял. Для сильных духом есть скилл. Силу духа. Сильный духом в топ-6 проходит? Посмотрим сейчас. Так, ну что, гоним кому на этот раз? Дровки, да, в металлах? Окей. Ну, тоже симпатично. Да, это круто. Там Йолнир покупаешь, против меня крипов играешь вообще спокойно. Доп, тычка. Ничего. Когда-то я помню, на интернешнале команда Empire не смогла победить. Не помню, кому они тогда отлетели. Против китайской команды. Там в защите стояла дровка и инвокер. А играли Resolution тогда еще на замене играл за антимага. И они это вот чай, 2 часа да? не могли. Это 5-й инт? Не, не 5-й, попозже это был какой-то. 6-й инт? Что, 7-й, что-то такое. Когда они пытались зайти 2 часа с антимагом, когда у Resolution было миллиард слотов, но Draw Ranger все равно победила. Это еще, по-моему, другая дровка тоже была. Ну, сам факт, что этот герой реально может против мега-слепов стоять хоть час, хоть два. Ну, была мета, мы вспомним, когда дровка просто первым слотом покупала себе Аганим, а вторым мол, или на Нет, да, по-моему, ну, Аганим, было, да, вот так. То есть два артефакта покупалось, типа, стоит герой, который просто расстреливает, и нипочем ему. Сейджи Виталити, что ли, они играли? Ну, не помню. С кем-то таким. По-моему, Сейджи Виталити они играли. И вот тогда реально 2 часа они не могли зайти к дровке. Они мега-крипов сделали, и все. И дальше катали в вату. Дальше Tower Defense. Да? И дровка в итоге победила. После очередного 150-го захода Empire сдались. Слушай, а так получилось, что вот дизолятор, да, вроде бы крутая шмотка на урон, но вообще оказался непригодным для команды Alliance, для их пика. Не нашли, не нашел он просто некому, места. Только один damage dealer. Хейст, подловили FNG. Там Ювел в ответ. Хейст не забираем, надо забирать. Хейст, бум, забрал, хорошо. Никобэйби прыгнул, получает Primal Roar, Виномансер дал Poison Nova. Пика, хорошо по лимпу пострелять. Еще отталкивают его селлери, пытаются эти дрифсы. Там бум в эпицентре файта. Сейчас бума будут, скорее всего, накрывать. Он один там остался. Пытается убить селлери. Вообще не добрый фрешер, еще один дрор. СВО пытается сделать что-то с дровкой. Накинул алибарду. Мультишоты по СВО. СВО должен погибать. СВО мало хп. В это время погиб Тинни. Байбек имеет. А Тинни перерождается. Есть, есть, есть. Да. Вот, ему вот Свен один теперь далеко очень от команды. Никобэби нажимает БКБ, пытается жить. Никобэби много урона получает. Никобэби надо бежать. А вот уйдет ли теперь лимп? Свен возвращается. Лотус. Хорошо, хорошо играет. Бестмастер, бум, рассказ Тинни, Татос. Плохо играет Никобэби, зачем он вернулся? Для чего это было сделано? Там так много опций для того, чтобы его контрить. Ишат контрит, и посмотри, как он просто зонит соперника. СВО обрывается после байбека. Тут же Манта, тут же Пика, Либар. Развернуться нет? ТП, ТП, вот так вот. СВО есть чем сбить. СВО сбить, нет, не получается, нечем сбивать. Свен нажал байбек, идеальная драка для Викинг. Идеальная. Да, да. Идеальная драка для Викинг. Я только одного не понял, зачем Никобэби вернулся. Там Тинни, там Бестмастер. Ну Тинни, у него же есть опция, чтобы не дать тебе бить. Там, знаешь, в итоге он прыгает, ноль урон наносит. Он слоу-граунда давал Метеор Хаммер. Он, наверное, подумал, что он с Тумана Войны вылетит и не успеет среагировать Бестмастера. Бестмастер успел накинуть лотосорт на себя. Типа, это прям настолько очень важный мув был, потому что... Не, к тому, что там Этериал Блейд был, и Тинни бы не дал ему бить спокойно. Ну, тоже вариант. Тоже. Там же надо понимать, что Тинни, по-моему, у него кулдауны на способностях поменьше, то есть он почаще может использовать, если да, поменял да, шмотку. Да. Там Спел Призм, по-моему, что ли, нет, или что-то такое там было у него. Октарин он покупал себе. Октарин, да, Октарин. Октарин не Спел Призм, все правильно. Октарин же был. На КД. Слушай, ну классно, классно. Вот на этот раз они раскайтили. Реально как-то по зонам распределили. Шат одного зоне, там Тинни с Бестмастером на пару играет. Энчантрес на передовой выбивает вообще все возможные нюки соперника и живет.
Очень круто сделали все Викинг. Реально, опять-таки, очередной камбэк. На этот раз байбеки, ключевые байбеки тратит Alliance. Нету Свена у Виномастера. Но то, что у Свена первая нет, это прям беда. В игре, где у Alliance нет байбеков, а у Викингов есть все. Потому что они выкупились, мне кажется, за эту карту уже раз 15, если не больше, Викинги. Бестмастер раза 4 выкупался. Шат разочек. Тинера за 3 точно. Баллиста. На дроу рейнджер. Не, ну я не знаю, это грязь. Хороший артефакт. Баллист, да, Моншард поглощенный. Тут, ну все, не знаю, травала, конечно, второго уровня. Шат себе их приобрел. Лайфстила какого-то, может быть, иногда не хватает. А надо ли? На самом деле, я вижу, как работает пика и травала, то есть... А Владмир есть у команды вообще, в принципе? Там у кого-то. Так, лишние ауры какие-то. Беста, может быть. Не, по-моему, Бест не покупал, что ли. Не, не то чтобы прям совсем надо, но иногда в каких-то ситуациях, когда хп совсем мало осталось, лишним не будет. Не знаю, это баллиста, я все равно я настаиваю, что это нечестный артефакт. Потому что он еще и отталкивает, да, вот этот нокаут идет, который от каждого выстрела. Это морфа апексы всякие, да, давали. А? Когда-то морфа апексы давали. Да, еще старые апексы. Да-да-да. Там тоже было, казалось бы, нечестно. Тяжело очень, поделать. Тяжело лайн сыграть, да. Очень маленький шанс, что прям совсем бесполезный артефакт дровки упадет. Там мог упасть дезолятор, например, баллиста. Тоже и хорошо, то, и другое, да, уже очень круто. Кто-то специалист у Alliance по баунти рунам, мы смотрим просто, что это. Шесть. Два раза под шесть. Но это пиратская шляпа, насколько я понимаю, да? Вообще, я в этой табличке первый раз 6 вижу у нас. А два раза подряд тем более. По 5 много раз видел. Так, ну что, видимость давления от команды Викинг. Но на хайграунд подниматься тяжко, не хочется и страшно. Так там и у тех, и у других такой дефенс шикарный. Ну да, там тоже плакварды расставляются просто. Варды, макропиры. Первая карта в серии, напомню. Первая, только первая, уже 70 минут. Как сколько это... у нас там рекорд был на турнире? Я не помню, но такими темпами мы скоро его побьем. Если есть возможность показать, надо посмотреть. Семера. Шляпа от Джакиро. Работает. Работает шляпка. Фармим. Чисто на фармежке ФНГ там. Ну, шестислотовый Джакиро тоже ведь может быть. Когда-нибудь. У него 4000 с собой. Не знаю, что купить себе. И вот, нам график показывают. Баланс на карте. Равенство. Смотри, это самое большое преимущество, которое викинги имели за всю карту. 2000. Ну да. Но по XP там отрывались в один момент, конечно. 2000 максимум они ведут. Ну, мы вспоминаем, что они вели опять баунти руна ФНГ. 8. В лейте там баунти руна. Раз сколько там? 40 секунд когда, да, по-моему, шляпы? Что-то такое, да. Раз 40. Always finds a bounty rune. Always. Раз 40 секунд. Поехала фармяшка. А, да, еще Ктарин купить, чтобы КД снизить. Давай. Работаем на экономику. Правда, есть нюанс. Окей, какие-то герои от этого подкачаются. Но вот Свен сильнее уже не станет, скорее всего. Станет ли сильнее ДП? Станет Джакира сильнее. Станет Эрспирит сильнее. Станет Виномантер сильнее. Они купят себе по 6 слотов. Это много. Вот Виномантеру здесь... Ой, Джакира здесь можно половину менять. Скорее менять, всего... выкинуть из ПП. Ну, да, да, да. Ты, скорее всего, Вард там, да, убираешь, тапок убираешь, Вейл, возможно, убираешь. Ну, ладно, по порядку, да, сперва Октарин Кору купим вместо Вардов хотя бы, там. Дальше посмотрим. Да, звучит сильно. В итоге он соберет 9 максимум, 10-ю не успеет взять к 70-й минуте. Я надеюсь, что ФНГ там, да, как-то все равно вот по этой карте будут к нему вопросы. Ну, на интервью он придет после выигранного матча, допустим, да, или впоследствии мы поспрашиваем. Вот на этой минуте он должен руководить своей командой, у него должен быть план, да. Ребят, вот мы делаем сейчас это. Если план в том, что мы просто стоим на базе и ждем соперника и собираем баунтированные, то это план гениальный, конечно. Просто гениальный. Потому что они реально никуда не выходят, они просто это ждут. Сейчас бы выходить куда-то с базы. Когда можно не выходить. Там 30-й шанс себя добирает потихонечку. Рефрешер. Ну, уже деньги некуда тратить. Вот. Он тоже в потолок уперся. Ну, тут надо, на самом деле, наверное, уже думать о том, чтобы... Я не знаю, купить слотов каких-то, про запас. Ты посмотри, там эти таланты, это просто... 30 левел, да. Да, все вкачано. Вкачано. Рефрешер, окей. Куда еще можно вложиться? Да все нужно. Я смотрю на шмотки, реально все нужно. Ну, может быть, травала, да, вот... что-то с ними придумать. Ну, или БКБ. Ну, с другой стороны, если у тебя рефрешер, ты хочешь рефрешник БКБ, наверное.
такая у тебя будет идея. Пику, БКБ. Ну, у нас, видишь, даже графика нет, ну, он не нарисован. Потому что такого не бывает на дроп за 70 минут. Потому что шат выше всяких графиков, понимаешь? О, еще один Рошан, кстати. У кого там еще Аганима нет? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, кстати, все еще на Тине. Селлери, может быть. На Тине нет, да. На Бестмастере, кстати, тоже. Это, правда, на Бестмастере, да, так, такой себе Аганим. Раньше что-то там делали с Primal Roar'ом Аганим, сейчас уже не помню. По-моему, КД уменьшал до 40 секунд, что ли, что-то подобное. А, дистанцию увеличивал. А сейчас он топоры дает бесконечные, которые можно кидать. Сейчас он билд через топоры себе построит. А Тине забрал токи, ну, в принципе, логично. Достаточно. Ну, Alliance, понятно, все даже не дернулись. 12к преимущество команды Викинг, которая ни о чем опять сейчас не говорит. Сейчас хоть 100, серьезно. Можете даже вообще не смотреть на эти цифры, они ничего сейчас не означают. Че там шаду еще купить можно? У него 8400 просто. Есть идеи. Однако какая-нибудь разумная идея нужна. Что еще купить? А, Дейдалс поставился. О, друзья, да, у нас поступила информация. Это самая длинная игра, друзья, не просто на турнире. В этом патче самая длительная карта. Официально имеется в виду? Ну, естественно. И это еще, друзья, далеко не конец. Потому что мы видим, что команда Викинг, имея преимущество, забрав Рошана, не торопится на чужую базу. Команда Alliance не торопится из своей базы выходить. Как бы тут баланс соблюден, и всех это устраивает, очевидно, и ту, и другую команду. Потому что байбеки, мы видим, кулдаун проходит. Мы реально просто подождали, когда пройдут байбеки у команды Alliance. Больше всего это устраивает ФНГ, естественно. Он копает. А может табличку еще раз побанкнуть? Ну так, честно. Скриншотик сделать. Ну там, считай, получается, в прошлую пятиминутку было 9, и уже сейчас сколько там он накопал. А, по-моему, команда ни одной, да, не взяла на 70-й? Именно вручную. Ну, сами-то да. Вот. Так, 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 выехал. Пока, Бэби, пока летел уехал. Свен, Селлери успел перекусить. Он нажал все, там, хил вызвал, там, значит, на пике, подальше отъехал, пока летел Свен. Прожектайл такой. Так, так, так. Кто-то кого-то нажал. Поймали. Виномансер, да? Он ультанул уже. Эзериал живет. Это пока на развороте по бому. Саленцы пошли. Свен взлетит со станчиком. Летел Хаммер. И неужели убивает так просто? А у него Егис, окей, ничего не нажимал. Сейчас нажмет, видимо. Либо идет на передовую. Айс класс. Свен. Тоби влетает. Праймал рот какой-нибудь дать. Неплохо пробивает Тинни, на самом деле он там один остался, Тинни можно попробовать добить, Дроу-рейнджер пока урона немного наносит, кого фокусить-то собирается дровка? Пока не вижу урона от дровки, она конечно, стоит издалека что-то настреливает, да, выкупаться приходится Тинни сразу же, Никабэ нажимает, БКБ бежит назад, ультимейт у него тоже должен скоро закончиться. И... Парни, мы выбили байбек, отступаем всей толпой. Вот тут надо смотреть, а для кого это все лучше закончилось, потому что с одной стороны выбитый байбек, с другой стороны выбиты все скиллы. А по рефрешерам что? Ну не должно их быть. У Свена пока нет. У него 9 тысяч, он как бы есть, но его как бы нет. Он может себе обеспечить. Получается, рефрешер Шреддингера вроде бы есть, а вроде бы и нет. Так, ага, баунтир, у нас снова обновление. А там у нас просто в худ не вмещается, посмотрите, больше 8 баунтир, он, скорее всего, там больше. Поэтому закидываем на 70-ю минуту. Баунтос. Нормально. Опять преимущество сократилось до 2, было 12, байбек от Тини сказался. Ну как-то получилось так, что ну Тини впитывал, распитал, а Егис, респаун, опять впитывает, а викинги в драку-то и не вступили. Ну, то есть без мастера сколько-то пришел, Рора раскидал свои под БКБшкой, ну и все на этом. Петровка, ну, стояла издалека, там, не знаю, сколько он там стрелять успел. Немного, да, очевидно. Тяжеловато как-то викингам. Так, он от бабочки, да, избавился? Угу. Допустим. ДПС пока не хватает. Ну, то есть он очень высокий, этот урон, но уже такие слоты у героев Alliance, такие левела, столько статов там, что даже шаду тяжело пробивать. Все-таки на дистанции, если Свен под ультимейтом будет бить, он, наверное, будет бить посильнее. Опять же, с какими-то критами, когда они появятся, хоть какие-то в каком-то виде. 30-й сейчас Свен еще появится. Там по талантам какие добавляются еще? Посмотреть, освежить себе память таланты 30-м. А, ну да, вот так. Да. В плане ну, все урона, сильные. Да, ГДС. Вообще все хорошие таланты. Ну, спид, лайфстейл, сила, да. Да, нормально. Пригодится, хозяйство пригодится. Догоны апается Бетине. Так, ну что, и теперь Alliance решились на чайный выход. Там снизу иллюзию, кстати, оставил дроу-рейндж, довольно опасно. Сейчас иллюзия с пачка крипов постарается запушить низ. Рефреши приобретает себе бистмастер. И готов дефиц. Во, викинги заманили. Они опять заманивают на свой хайграунд. Хайграунд смерти, Alliance, вы здесь погибнете. Наш рада Пойзенова. Манта стал на развороте своп пострелять. Энди срабатывает. Лимп тоже. Энди сработал, окей.
Что-то как-то легко их выбили. Ну, они срабатывают там на скольки, 70% здоровья, по-моему, да? Несложно выбить в целом. Анди сработал, по-моему, Рамис сейчас тоже. Ну, это от Poison Nova. Легко выбиваются там айндиски. Вот низ бы кто-то отпушил у команды Викинг сейчас. Одного героя туда пропустить, чтобы по макро еще выиграть. Потому что пачка крипов снизу довольно сильная, потому что нижнюю линию потеряли Викинги, я напомню. Hero Damage. 72 тысячи. Pro Rangers 90 тысяч. Аминомансеры только прибавляются. Продолжает прибавляться. Геймплей у своего максимально простой. Вижу героя, прыгаю, даю Poison Nova. Неважно вообще как, когда, куда, просто кину Poison Nova. Главное, чтобы зацепило соперника. Отпушивается верхняя линия на всякий случай. Но подготавливаю такой массивный заход Lions сейчас на хайграунд сопернику. Наверное, еще Муншарт не поглощен у Свена. Вот что ему осталось дофармить. Дровка еще один дейдл ставит. Критовать хочет. Можно просто отправлять некрачей куда-нибудь и отпушивать. Например, вниз, да? Пока там Рубик находится. Ну, там снизу еще кто-то. Вот сплитпуш — это важно. Да, Рубик вот сейчас как раз снизу. Видит соперника в центре, сразу позволяет себе выйти вниз, отпушить линию. Ну, по максимуму двигать, да, потому что Lions, ну, вот перетянуться конкретно им сейчас на нижнюю линию очень тяжело. Там только если у кого-то трэбла есть, то в одного героя вы не убьете, скорее всего, Рубика. Прыгивает бум, тосы пошли, закидывают ФНГ, у него айн-диск, успевает дать айспас макропиру. Скритов 1800, он просто отлетает. Есть байбек, не нажимает пока, окей. Атака на ДП, айспас ворованный, он продолжительный достаточно. А вот Рубика за счет Аркейн Супримаси. Вообще, в такие моменты фактор тени и того, что он может кого-то выбросить, может здорово решить эпизод. А просто айн-диском, конечно. Выкидываешь героя. Ну да, в любом случае, потом ты можешь погибнуть. Пробьют обязательно. А Alliance так не могут. Вот Бум понимает, да, что айн-диски — это вот дело такое, надо работать с ними. Нулифайер — интересное решение в этом плане. Диспелить все бафы соперника в момент атаки, в момент фокуса, в момент тоса обязательно. Дальше уже будет просто намного проще убивать соперника. Но до айн-диска еще... Ой, до нулифайера придется еще пофармить. Удивительно. К 80-й минуте даже надо фармить. Телекинезис. Опа, закидывают Веном. А там пока что нет, да, айн-диска? То есть свободно. Здесь просто Бум прыгает дальше. Догоны. Бывает. Успевает летануть, но Гаст получает. Еще и блинкаут нажимает. Вау. Жесть. Параллельно погибает другой герой. Минус Ханскин. Его там попутно как-то зацепило. Ух ты, идет до конца. Рамис, телекинезис. Продолжительный спас. Спас. Продолжительный. Ой-ой-ой. Успевает подойти шат. Шода Испо. Забрасывают Испо. Не должны отпускать. Крепко. Надо добивать Испо. Крит. Хорошо сейчас сыграли Викинги. Да, Руби красавчик. Рамис не постеснялся, просто пошел. Так, ну очевидно, три байбека есть. Очевидно. Очевидно, ждем Рошана. Очевидно? Может, ну и в эту Рошану. Толку, да? Куда его, куда эти Аегисы раскладывать? Там скоро можно сырную фабрику какую-то открывать. Там много, наверное, должно быть. Или все потратили в плане сыров. Вот, есть один. Снизу, кстати, баз горит. Один пока. Полны решимости сейчас запушить вниз. Байбек Виномансер нажимает сразу, потому что Poison Nova всегда есть. Экрономиконы. Ага, там Repair Kit, конечно же, куда без него. Разве в этой карте могло обойтись, друзья, без Repair Kit'а? 80 минут тем временем чистого игрового времени. Продолжаем наблюдать за увлекательной картой. Первый, друзья, в рамках этого Best of 3. Если вы вдруг случайно как трансляции присоединились к середине этого матча, во-первых, это еще далеко не конец. Во-вторых, друзья, это только первая карта. У нас тут матчи первого раунда лузеров на Divine дивизионе Омега Лига. Очень интересно. Все важнейший матч на выбывание. И вот если бы это была карта Best of 1, знаешь, серия, это было бы максимально круто. Потому что такая напряженная в самом начале серии. Hero Damage. Throw Ranger. Два раза больше, чем Свен. Я просто смотрю Damage Received. Я тут смотрю, просто Свен побольше впитал, да. У них одинаково практически впитано, но нанесено действительно. 100% физического урона. Я там заметил важную штуку. Это Рубик, который быстрее Бума купил нулю... Во! Ну, Арамис батя. Что я могу сказать? Ну, батя. Все, все, диспелим, и намного проще дровки будет убивать соперника. Потому что никакие бафы уже помогать не будут в момент активации айн-диск, активации. Первый раз за патч. К 80-й. Рекорд, рекорды ставим, друзья. Рекордов здесь много будет в этой серии.
Так, а что в итоге? В сухом остатке ребята из Lions потратили только один байбек на Виномансере. Байбек у Тини скоро, кстати говоря, открутится, уже минута остается. И Lions снова идут, но опять же, как напасть? Как вот правильно провести драку? Вообще понимания четкого нет. Но мы видим, что на самом деле понимания четкого нет ни у той, ни у другой команды. Если бы оно было, они бы смело шли в бой, да, потому что, ну, как вот поступать, как нападать, как инициировать, вообще не ясно. Написал Блейдник, а Бэйби решил себе... Помнишь, сегодня в аналитике был задан вопрос в чате как раз нашим ребятам, которые... Там был вопрос между кем и сколько длилась самая продолжительная карта за всю историю. Ну, очевидно, это СПЗ Cloud9 было больше двух. Да, тут только вопрос, может, он что-то знал, именно поэтому этот вопрос решил задать. Он из будущего, и чтобы мы, что сказать, да, это Alliance против Викингов. Правильный ответ был сегодня. Когда да. Сегодня. Все проиграли. Но мы движемся уверенно к полутора часам. Чисто легко вообще. Времени. Полтора, я уверен, будет. Рошан жив, ну, видимо, от безысходности, даже так не так, не от безысходности, а от безделия команда Викинг пойдет забирать Рошана. Ну, баунтируны, вот они тут. Понятно, ФНГ работает стабильно. Под, кстати говоря, Акторинкором теперь у него шляпа. То есть эффективность получения баунтирун возрастает. Что это за доминошки? Нет, Рошан, кстати, не забрали. Интересно. Такое ощущение, что Викинги выманиваются. Я бы уже просто смотрел, как... Атопе. Седьмой Рошан. Рошана нет, просто Аегис лежит. Веселее бы было. Ох ты, зашел Ханскин, Тини подцепили. ТП от Арамиса, БКБ ТП от Бума. Все, конец. Закончили упражнение, все разбежались. Ну, выбили экзорцизм с ДП, да, но там надо учитывать рефрешера, естественно. Расставляются вардики, центрики, ну, даже сравнение саппортов, пожалуйста. Ну, очевидно, я думаю, для многих, то, что Арамис в этой карте смотрит чуть поярче, чем Эрспирит. Хотя... Да, вообще во много раз, на самом деле. Ну, если откровенно говорить, Арамис круче выглядит. Ну, вот если посмотрим на импакту. Начало графиков, мы видим, что у Эрспирита, в принципе, старт был неплохой, то есть он делал... В принципе, в начале неплохой. Это когда Викинги вели 9-2? Нет. Но у них были неплохие влеты, но он помогал своей команде, был активным. Но понятно, что с течением времени полезно. Там просто сложно на Эрспирите показывать такой же импакт. На Рубике. Да, кого-то зацепили, а кто это у нас загулял? Ага. Это Деспрофит, это лимпа. Ну как так-то получилось? Вне команды. Я думал, уже по одному здесь не бегают. А Индис не помогает, потому что опять-таки тот самый пресловутый нулифайр работал. Здорово. Убили быстро. Так, ну и что, снизу, правда, линия запушивается сейчас. Кто-то иллюзию отправил, иллюзии, чьи там ДП работают, по-моему, что ли, иллюзии. Там шат улетает, там Джакира. А, Джакира иллюзия, окей. Кабеби зачистил некрономиконов. Башер, ну вот Эбистл Блейд, это возможно, чтобы не уходили так наглую героя соперника через БКБ ТП, да, как это было неоднократно уже сделано командой Викинг. Что ДП просто... Кирасу, наверное, кто-то другой может взять себя. Наверное, да, для ауры. Ой, кого сцепили? Тос, рефрешер, Primal Roar. Ну, где? Ну, почему-то Alliance стоят здесь вчетвером, да, и забывают, что есть такой герой, как Тини, который влетит и выкинет одну цель. Зачем так близко к Рошпиту стоять? Думаю, хочешь повторить. Там птичка, Никабэби видно, там птичка, Тост! Никабэби. Телекинез принимает. Приходится выкупаться, БКБ он нажимает, урон-то хоть какой-то нанесет или будет стоять просто Никабэби, не дают бить. Башер-то не... Опа, БКБ заканчивается, да? БКБ закончился, да, и подняли, Бум остается, здесь Бума могут убить, он один. Так, а байбек есть, нормально. Есть, да, байбек открутился, рефреш. Уже открутился. Нажимает байбек. ДП тоже после байбека. После байбека в спире также. Бьют Рошана. Рефрешер еще один нажимается. Мультишоты в спину. Уже не такой большой урон. Там скоро ГДС закончится. Остается терпеть, тоже Alliance не планирует. Много всякого спама здесь. Надо, что надо очистить территорию. Рспирит купил себе башер, чтобы сбивать эти ТП-шки пресловутые. Фокусить соперника. Лимп встречает. БКБ нажимает, прыгает Свен, вперед! По двоим урон, с Гридгрива, сильно форстапы! Эрспирит дальше до конца, это может накрыть Энчантрес, есть байбек, нажимается, Рубик тоже Шада на байбеке. Тоже добираются, Шада будут гнать дальше? Нет, два байбека. И теперь уже Никабэби нужно бежать, он без БКБ. Тос. Просто летает нон-стоп. В очередной раз убивают Никабэби, нужно выкупаться, возвращаться как-то команде без ультимейта даже, ну просто, чтобы быть рядышком, пока здесь Шад расстреливает. Пока Шад расстреливает, команда уже слипится, команда выкупается, надо бежать Alliance, они здесь уже не способны, наверное, да, навязать что-то. Подожди, 5-5, байбеков ни одного не осталось команды Alliance, два байбека сохранили Викинги, Рошан все еще жив. Перегруппировываемся, придумываем себе какие-то рефрешеры сейчас, обновляем способности, но все, на КД у Свена, ГДС минута. Больше полутора минут у нас кулдаун на рефрешере самом. Abyssal Blade приобретен, окей, Никабэй попроще будет фокусить все-таки. Сопернику, соответственно, сложнее отступать. Так, хорошо, нажимала дропка. Крипы подходят снизу, придется возвращаться кому-то. Шат возвращается и будет дефать. У него травела есть, да, 15 секунд он
куда-то. А куда телепортироваться, да, вопрос. А, ну Травелата можно телепортироваться, окей. Тут не проблема вернуться к своей команде. Травелата имеется. Я сейчас забываю про то, что Травела лайтовые сборки есть на 86-й минуте у дровки. Виномантер, наверное, рекорд побил уже на этом турнире по количеству урона. 123 тысячи. Пойдет. Abyssal Air Spirit. Там тоже, видимо, шмотки напродавал какие-то. Или реально со шляпы заработал. Ты думаешь, у него денег нет? Там Нетворс уже, наверное, под сотку у дровки или что-то в этом духе. Сколько там? А, нет, 60 только. Хек, самый бедный герой имеет двадцатку. Двадцатку. Друзья, ну и все идет у нас к кульминации этой карте. Да ладно, ну тут вот сейчас уже точно байбеков нет, и будет драка за Рошана, судя по всему, и Лайнс уже готовы. Хорошо, что мешает команде Лайнс отойти сейчас, вообще не драться, отдать Аегис и заставить викингов идти на хайграунд. Те условно не идут, ждем еще 6 минут, ждем байбеков, смотрим дальше. Вот условно не идут, смущает, понимаешь, а то могут и пойти, ведь. Байбеков нет, то Лайнс. Ну, до этого же не ходили. До этого не ходили. Тоже верно, тоже правильно говоришь. Вот никто не мешает Лайнс отступить, а их никто не тянет драться за этого Рошана. Отойдите, перегруппируйтесь, там подождите, потом когда-нибудь сойдемся. Нет, они нажимают смог. Возможно, надоело это все. Надо решать все по-мужски, либо сейчас, либо никогда. ФНГ купил себе, кстати, рапиру, боже мой. Макропиру лучше надо себе купил за что-то гонимо. На Тоби нападение Тоби, может быть. Тоби ушел. Тоби кликаут, опасно, прыгают дальше. Хекс. Внезапно по двоим. Лим стреляет. Лим Стоблейд. И бьют одного, второго. Сразу одновременно пытаются забрать. Бестмастер под фокусом под БКБ. Рора пытается, но баши срабатывают. Есть байбек. Нажимает. Шат сразу на хайграунд на форстайфе. Нормально. Пику использовал. Бестмастер на байбеке. Теперь на развороте пытается пострелять. Ханскин уходит на роллинг болдере. Очень опасно. Байбек лишний выбили с Бестмастера. На халяву фактически команда Alliance. Не потеряв при этом никого, нажав какие-то определенные кнопки, конечно, но он того стоил, очевидно. Байбек остается один у Дроу Рейнджера, один у Виномансера. Сейчас в этих показателях сравниваются. Слышу звон срабатывания рефрешеров. Очевидно, что-то опять перекрутили. Это Деспрофит, очевидно, нажавший рефрешер, потому что появился экзорцизм, да, перекладывается. Собирает себе на рефайр еще один тини. Ну, как-то нужно принимать драку викинга, когда вот так вот Alliance идут глубоко, идут далеко за героями. Надо пытаться разворачиваться, конечно, давать бой. Ну, страшно, понятно, что страшно. Понятно, что не всегда все информации владеют игроки. Очень не хочется такую карту проигрывать, да, потому что, ну, столько времени, столько стараний, столько сил, да, понятно, было вложено в эту карту. И проиграть, играя 90 минут, немножко досадно, немножко обидно. Там потом на вторую очень сложно выходить после такой игры. Ну, ты физически истощен, ты морально истощен, да. А у тебя еще и счет 0-1, допустим, в серии. Да, матч на вылет, это очень сложно, конечно. Сейчас тот, кто победит, на второй карте такое преимущество получит именно эмоциональное. Поэтому эта карта так долго идет, поэтому никто не сдается, никто не психует. Я уверен, что кто-то бы уже психанул, попробовал что-то придумать бы, да, и в случае неудачи бы сдался. А здесь нет, здесь ребята играют до конца. И никто не совершает каких-то необдуманных решений. А можно ли будет сказать о том, что, например, ну, выиграет, допустим, эту карту команда Alliance, там мы скажем, что Свен сильнее в лейте, чем дров? Нет. Мне кажется, здесь уже, в принципе, героев нельзя оценивать. Эта игра мимо кассы проходит, мимо любой статистики. Тут вообще ничто не понял. Я не знаю. Тут ведь еще и фактор того, что другие герои есть, да, в пике. Ну, понятно, да. Тут сложно оценивать это. Если Свен выиграет, мы скажем, что на Draw Ranger можно играть против Свена. Да, как да. Как ни крути. На равных. Опять борьба с некрономиконами. Тень отпушивает верхнюю линию. Низ пока отпушен достаточно хорошо. Центр отбивает на середине Виномансер. Вот влетать в драку, первым инициировать, но вроде хочется, а так страшно. В эти АН-диски опять вписаться, в эти экзорцизмы. Это больно. Магнетайзы, поизоновые. Опять-таки, ну пик достаточно тяжелый. Тем более, когда у вас БКБшки 5 секунд, вы не всегда успеваете за БКБ ТП нажать. Очевидно, там еще два Эбисола появилось. То есть шансов на успешный уход из драки, он достаточно низкий. 5к перевес в команды Alliance. Все, отошли, на реальности стоят. Я тебе говорю, не дождутся. Ну, во-первых, поздравляю всех с очередной 30 меткой. Минут. 90 мы прожили. Полтора часа длится эта карта. Опа, там и до соточки недалеко. Во-первых, до байбеков надо подождать. Драться, ребят, не обязательно. Никто вас не торопит. Нет, байбеки, очевидно. Как бы обе команды понимают, что у нас байбеков нет, и у тех байбеков нет. А единственный момент, который надо учитывать, что без мастера байбек будет появляться позже всех. Потому что он, ну, собственно, позже всех и байбек свой нажал. Интересно, если карта будет длиться 100 минут, нам придет смс-ка, что у нас завтра выходной? Очень, очень и очень вряд ли.
А если две таких? Так, смог. Вот Alliance. Там, по-моему, смог нажали викинги под вардом вражеским, если я не ошибаюсь. Alliance сейчас идут по центру. Как-то с тылов, с боков пытаются зайти викинги. Но там нижняя линия сейчас пропушивается. И Alliance могут просто на базу зайти, чтобы в трон вписаться. Ну, не знаю. Они на дефенсе пытаются поймать какую-то дровку, которая там приходит постоянно отбивать. Клики пошли какие-то. Ну, ты знаешь, Ох, может сыграть. Ой-ой-ой-ой-ой, шат! И быстро убьют шата. Быстро убьют, байбек есть, он сразу же выкупается. Так, вот дальше интересно. Кекс пытается уйти расперед. Тобиас на прайм урон не нажал, написал бейт, получил. Его фокус сейчас, бюстмастер. Айспас и залетает с макропира, очень больно. Никабэби очень больно расстреливает шат после байбека его, Никабэби, и он должен потерять его жизнь. Нет, живет. Недолго живет, байбека нет, 120 секунд. Но вот опять реализация хорошая этого плана от Alliance. Ну, про байбек же нужно знать. Минута 13. На что они рассчитывали? Минута 13. Давай, в какой вселенной викинги за минуту 13 трон сломает? Я не понял, ты сейчас говоришь, что они запушат или нет, я что-то уже... Ну, у него байбек минута 13. А, ты про свайна? Да. Я про то, что... Ладно. Alliance сделали интересно. Alliance сделали очень интересно. Да. И к тому, что они забыли, видимо, что у дровки это все это время байбек есть. Она за игру выкупалась один раз, по-моему. Тогда еще внизу, когда погибал шат. 100 лет назад. То есть, один раз вы убьете, а дальше-то что? Какой план дальше? У вас-то байбеков еще не было. Они типа убегали, но кто-то типа не убежал, поэтому решили развернуться, подраться. А вось сработает, а в итоге не сработало. Шат идет за Егисом, очевидно, для себя. Ну, естественно, у нас лучший показатель по ластхитам. Ну, все рекорды побиты, очевидно. Так, ну Свен-то не байбекается, викинги. А чем мы Эрспирит-то испугались? Там тени нет. У тени байбек. А, у него денег не хватает. Тени во что-то вложился. Денег не хватает на 93-й, понимаю. 200 не хватает. Обалдеть, а что он купил такого? То есть Nullifier там видел, конечно, но после этого довольно много времени прошло. КП, диск. Все было вроде. А, Ктаринкор у него там. Нет денег на тени. Свен, байбек, вот, видишь, уже открутился. Нажимать не хочет, естественно, поэтому в этом особо пока нужды нет. Но он тоже, он понимает же, да, что у тени наверняка байбек есть, он тоже типа не хочет нажимать, у них же нет инфы про деньги. Никому в голову не придет, что на 95-й минуте нет денег. У кого-то внезапно, да, не хватит бабла. Соответственно, Alliance свой байбек не тратит, а если бы знали, могли бы выкупиться на Свене и пойти Рошан забрать, да, если оно того стоит, не знаю, не уверен, опять же. Байбеки сейчас решают все, абсолютно все, а так как у дровки нет байбека 6 минут, поздравляю, мы скоро перевалим за сотку. То есть, думаешь, еще 6 минут мы не будем... Вообще легко. Еще 6 минут мы посмотрим. Ну, слушай, давай так. В качестве идеи, в такой ситуации, где идей, в принципе, не так много, да, мы видели от двух команд, то, что сделали Alliance, это было прикольно. Да. Ну, реально это было прикольно. Это прям как глоток свежего воздуха, да, за последние минут 45. Рапира. Рапира у Draw Ranger, друзья. Вот новый level up, скажем так, для Draw Ranger. Вот теперь урон, который она должна будет стоять и выписывать. Ну... Скажем так, байбека нет, да, очевидно, деньги держать нет смысла. Покупаем рапиру. Интересно. Рамис опасно играет. А, Рамис взял себе шмот, который позволяет ему там прятаться в смог. Купил на 40 минут больше, чем в среднем на дровке. На 40 минут. Вообще, да, звучит как-то абсурдно, что за полтора часа не было ни одной рапиры до этого. Вообще ни с той, ни с другой стороны. Так. Это кто у нас такой? Это Виномансер? Понял. Виномансер пытается убить. Не убили. Не убьют. Тоби пытается уйти. А там добрались. До дровки. Убьют дровка. Это ГГ. Нет, это ГГ. Это реально может быть ГГ, потому что никто не спасет шат. Беги. Рефрешер. Пик отвоевал. Ушел. ТП. Просто уйти. Рубик умирает. Черт с ним. Вся команда забрала уйти. Команда дерется, кстати, до сих пор. Ну так дерется. Без байбека до сих пор. У него денег-то нет по-прежнему. Да. А как так подставились викинги? Что это такое? Как в такой ответственный момент, когда нет байбека, вы где-то в миде стоите и умираете? Это ладно, дровка не умерла, игра бы закончилась. Никабэби переключает опять рефрешер себе. Все, забирают центр, это мега крипы точно. А возможно и минус игра для викингов. Пытаются отбиться вчетвером. Ну как так-то, а? Селери. Ну подловили, ну что, Alliance ждали ошибки соперника. Так почему они так далеко вышли? Что это было? Ой, и снова атака из топа, из-за нова. Рамис ныряет сам. Пойдут нырять дальше. Редклифф, айспасы. Фокус по Enchantress, макропира. Больно, очень больно. Enchantress погибает. Байбек есть. Есть. Окей, байбек нажмет. Глиф нажали на трон.
Тир 4, правда, стоит еще, окей, тир 4 спасает, Макропиру нужно переждать. Макропиру своровал, кажется, сейчас Рубик. А Мультвеник еще нужно переждать, он слишком долго действует, и все горят по-прежнему. Экзорцизм новый, да как это оборонять-то, 48 секунд без тени. Байбеком там и не пахнет, 45 секунд ждать, ну как столько ждать тени, непонятно, нужна драка без него. Макропира ворованная, окей, тени забрал, Спена, Спена убили! Есть байбек, он нажмет, окей. Окей, дальше атака пошла на Бестмастера. Танскина тоже убьют. Да как же больно, Эрспирит погибает без байбека. А Смен вернется в команде, нет? Да, да возвращается в команде. Ой, как бы это не стало. А есть у него кнопки? У него кнопок нет, не кажется. Не знаю, СФО прыгнул, сразу же умер, но есть ультанул. Байбек. Тоже выкупился. Что, All-in это Lions? А нужно ли улынить сейчас? Нападает да, на кнопку. Да, нужно, потому что подставляет на шат. Как-нибудь Лотусорба не спасает под Макропиры. Форстаф, еще один Тоби. Нет, разворот. Нет, нет, шат Лимп, Лимп умирает, есть байбек, они просто... Трон ломает, нужно как-то защищать. Спен помогите, пошел, Спен прыгает. Спен, шат. Гекс на Спена, шат страдает. Он живет. Монтастайл, но там трон падает. Трон, разворачивается, тени всех подкидывает. Он горит, убить. Лайонс, они допушили в этот Олэйн. Да как? Ты посмотри, у команды Викинг пятеро живы, двое осталось всего Лайонс в момент падения трона, двое, друзья. Это фантастика, Лайонс смогли сдавить, но еще бы чуть-чуть трону выживаемости, да, и там же все, там был бы камбэк. Все байбеки, потому что потратили. Вопрос, товарищ Тоби. Почему на 95-й у тебя не хватает денег на байбек? Ну вот как так? Этого байбека сейчас не хватило. Ладно, подставились в центре, но без этого байбека... Не Тоби, а Бум. Ой, Бум, прошу прощения. Прости, Тоби. Бум, конечно. Тоби молодец. А вот Бум оставался без байбека на 95-й минуте. Ни один артефакт на таком этапе не стоит байбека. Ни один. Да, окей, да, это нюанс. Важно то, что я хотел бы сказать, это то, что даже в такой ситуации при полуторачасовой игры, ребята, я уже начинаю язык заплетаться, друзья, да, вы уже простите. Ребята из Alliance нашли некоторые маневры, которые подарили им возможность выиграть. Было пару крутых мувов. Нижний они, вот этот, они когда дропку интересно. Убили. Да, да, да. Это было интересно. Это, я думаю, капитанские решения в том числе, если вдруг Alliance победят, очень хотим узнать у него. Ну а дальше разберет игру наша студия аналитики, если им вообще есть что сказать. Если они что-то запомнили, они спали, ребятам слово. Если есть что сказать, да, это хорошо сказано, потому что чем дольше идет игра в Доте, тем меньше слов остается по ее завершению. Вообще, это та игра, в которой одна команда набрала 9 баунти рун против двух у их соперников, и с того момента прошло еще полчаса, и только после этого карта завершилась. Ну, вообще, в таких играх вот самое грустное, что в целом ты понимаешь, что раз до этого дошло, то сначала играли все либо хорошо, либо все плохо, и, ну, типа, грустно это или глупо уже это все. А хотим ли мы говорить о начале вообще? Я говорю, что да, поздно уже обсуждать самый старт. То есть, по-хорошему, мы обрезаем там до 50-й минуты, да. И начинает там с 55-й, типа, вот там собрал Эггис, вот там подобрал заденайл Эггис, вот это все, вот такие моменты важные выделять. Да, ты еще, кстати, помнишь это хорошо, там же действительно был Денай Эггис. Я помню, а почему не должен я это помнить? Ты такого очень плохого мнения, походу, дела. Ну да, да нет, ну, Динай Фагисов не так. Тут такая кипа событий была в этой игре, что даже не знаю, честно, начать. Помните, я говорил, мужики, зачем вам этот момент? А вы сказали, да тут просто ничего не происходит, давайте это добавим. Это ты сказал сам, это был диалог у тебя с собой. Ну, да, я и мужики в моей голове. Я разве сказал, что вы? Нет. Ну, подрались хорошо, Свен нажил ультимейт, красиво все в одной умирали. Драке умерло 4 героя, да, это было... в целом довольно значимое событие было. Спасибо за хайлайт. Боже, прекрасный хайлайт, который повлиял примерно ни на что. Да, вы говорите, самое грустное, ты сидишь и думаешь, сейчас будет Дота. Пришел, наконец, Immortal, ВП, там, отличную серию подарили, и потом начинается вот... Да, они реально очень уныло играли первые много минут игры. Так фрагов мало! Ну, для 90 минут. Никто карты. Не хотел их делать, что. Суть-то и в этом. То есть они сидят. Знаешь, как этот во время этого. Скажи, я тебе скажу. Под драфтов? Да нет, у нас в России если было, типа, верхи не могли, не за них хотели, типа большевики, вот эти все дела. Ну так. Вот типа все времена. Вот здесь та же ситуация. Одни фармят, и вторые фармят, потому что всех все устраивает. Никуда не торопится. Зайти отжимать противника. Всех все устраивает, никто не хочет ничего менять. Знакомая ситуация, не так ли, ребята? Непонятно, в чей огород этот камень. Ни в чей. Ни в чей. Точно не ваш и не в сторону мужиков в моей голове. Да. Я ничего не хотел. Так вот, и типа все фармят. И тут обычно сидишь и думаешь, ну типа Зевс, например, там возьмет какой-нибудь 25-й, и они пойдут закончить. Там дров купит БКБ, они пойдут закончить. А здесь не было слота, на котором они пойдут заканчивать. Да, даже не о слоте, здесь не было условия для окончания. Да, поэтому кроме смерти без байбека. Они играли столько, сколько хотели играть, и в конце просто пошли.
И вот именно Альянс были теми ребятами, которые в конце просто пошли и решили, что все, нам надоело. Мы выкопали 94 баунти там за игру, но сейчас нам покажут в конце, я думаю, где-то такая цифра будет. И на этом наши полномочия все. Юзайя смог, да, без бабек убиваем дровку. И через 5 минут возвращаясь, пытаемся сделать это еще раз. К разговору о дровке, кстати, вот она всю игру Свена вывозила постольку поскольку. Викинги просто своими стараниями держались на плаву, но потом в какой-то момент у нее появился баттерфляй. И ребята справа, они прям очень сильно пострадали от этого. В какой-то момент, заходя на хайграунд, просто вся команда полегла. И удивительно, но этот артефакт, мне кажется, он как раз и виновник нашего с вами торжества, который подарил самую долгую игру Омега Лиги, независимо от региона. Я думаю, возможно, это самая долгая игра патча, и даже не только этого. Да. Так, по-моему, комментаторам давали эту информацию. Патча не только этого, цитата, потому что, ну, там, очевидно, были катки у нас в доте подлиннее, но за последние, допустим, 4-5 патчей, возможно, это самая длинная проигра. Да, Мортали же справедливо вспомнил, у нас сегодня в эфире был вопрос про самую долгую игру на турнирах. И тут нам вот такой подарочек подвезли. Не самое долгое, конечно, но и на том спасибо. Ну, неплохо, да, побегали, постреляли, поиграли. И вот, говорю, в конце, в момент времени, в какой-то Альянс собрались и говорят, пошли, пойдем. И просто в трон. Пошли, пойдем. Ну, пошли, пойдем. Это мужики поговорили. Пошли, пойдем. И просто пошли. И тени там три тоста. А я понял, почему все так плохо было и скучно первое время. Потому что дровка не хочет драться. Потому что мы говорили о том, что... Нет, никакого готова впереди, да. У них там, да, все герои не хотят сражаться, потому что все тонкие. А у альянсов вроде бы хотят. Но не хочет с ними сражаться Свен, потому что они долго думали, что за героя взять. Но Свена против Бисмастера брать, ну, это самоубийство какое-то. Поэтому он думает, ну, вот мне нужно много айтемов, и тогда я смогу. И они просто качались, и те, и другие. Поэтому виновник торжества Пиксвена, я считаю. Потому что взяли бы они какого-то героя, который хорош против Бисмастера. Там, не знаю, лансера подобный, но только вроде был в бане. Ликантроп, мы уже решили, что есть лучший герой на свете, да, и так далее. Хай-левел собаку. Эта игра была бы, короче, в 5 раз. Ну или в 4. Может быть, даже во все 6, на самом деле. Если сильно повезло бы. Вот она как раз первая драка дровки с баттерфляем, и... Вот что произошло. Ты вот каждый раз говоришь, дровка, баттерфляй, дровка. То есть, по факту, убил всех Рубикс. Замолчи. Да я просто свою линию гну. Я просто замочил всех Рубикс. Сорвал этот самый крапиру и просто разлил его всех. Рубик горяч. Ему первые огни мы отдали на этой карте, по-моему, если я ничего не путаю, выпавшие из Рошана и... Ну, а если бы баттерфляй выдавался бы, то первый бы кому отдали, как думаешь? Я предпочту не отвечать на этот вопрос. Затроллил. Он уже прожженный, не салага больше. А я помню, на эпицентре с ним работал, первый раз он был вообще салага. Да ладно, не так давно уж это и было. Да давно уже. А, ты ходил в... Вот в этих шортиках маленьких? Нет. Как у Барата? Нет, это я не помню. Он ходил в начищенных черных таких туфлях на каблуке. Ну да, хорошие туфли. И такой цок-цок. Я помню, в такие один раз в жизни надел, они мне пятку натерли. Вот. А ты ходил в них, как будто все нормально. Ну, он просто хотел быть выше. Ладно, к моментам давайте вернемся. Здесь еще... это уже 85-я здесь минута. Здесь уже бабочку она продала. Да. И Дейдалус купила уже как полчаса назад. Там еще, да, до рапира дело дойдет. Опять же, никто никуда не торопится, всех все устраивает. Единственное, что был реально немножко удивлен, это то, что они максимально игнорировали эти самые линкин сферы. Казалось бы, да? То есть небольшая проблема с тем, что иногда в лицо залетает. И это вроде как бы можно было легко подфиксить. А кому из команд? И той, и другой? Против ульта Бестмастера, но они купили Лотус. Но они купили Лотус. Ну, типа, да, и Альянс тоже. Ну, типа, и те купили Лотус. То есть так, а Линку, а против чего Линка? Против Свена Хиксов, которые тебя в итоге убили? Так Хиксы, в целом, да. Но из-за того, что Хекс был куплен на 50 минут позже среднего... Ну, да, ладно, они были просто не готовы. Линка тоже должна была быть куплена на 50 минут позже среднего, то есть, ну... До 110-й бы дожили, думаю, там бы уже линки Факты были просто не готовы, я понял. Но линки, они как вообще на ход игры-то повлияли бы, по-моему, и... Смотри, у тебя закончилась эра потому, что дровка не могла стрелять. То есть ее контрят алебарда линкой закрывается, ее контрят хиксом линкой закрывает, все. То есть противник как раз-таки очень мало обивок. То есть там сифоны какие-нибудь, да, что у нас еще могут тут сбить. То есть, грубо говоря, линка давала тебе возможность дровки просто бить. То есть это не был здесь полуультимативный такой вариант, как допасить драки. Не бегать, не стоять, не ждать, не проюзывать спидшот во время алебарды, просто бить. Потому что по факту все, что им здесь могли сделать, это все линкой закрывалось. Не лотусом. Это и правда. Вот они как-то их полностью заигнорировали, и я сидел, что-то думал об этом пол игры. Долго думал, сам понимаешь, но
так и не нашел ответа, почему там догоны Максии, что угодно делалось, потому что по факту, опять же... У Тини Октарин появлялся вместо Хекса какого-нибудь. Очень крутые слоты, тут без вопросов Тини, потому что врывался, у него был догон на свой раскаст, Дритоса, у него этот самый... Eternal Blade, то есть много было Макурона, мог ворваться, наверное, убить кого-то соло. По разу же Кирос он даже убивал. Да. Но, опять же, игру-то все равно не он выигрывал. И вот в этой игре сейчас смотри, вот в этой драке. Хекс, молоточек Свена скоро прилетит. А, значит, наверное, отобьются, они выкупятся, вернутся. Вот сейчас Свен прилетит, да. Да, начиналось-то все нормально. Да-да-да. Для викингов, более-менее. И, кстати, знаешь, почему выиграли? Что Джеки Росса была шляпка на плюс урон. И Дизоль второй. И типа он просто ломал трон. Так вот, опять же, была блинка, то есть Хекс, вешаешь лотус, не спасает. Угу. В тиммейте или где-то рядышком, или прямо в него ворвется Свен, чтобы бить дальше. Сейчас, видишь, полетел, типа. Да, вот дропка в Хексе, дропка Эбисал, в Абиссале. Эбисал тоже этот блинкой бы закрылся. Ну, то есть любой из этих предметов, который не был бы вкинут, дропка бы успела всех убить. Ее здесь сейвят, убивает, и вон ФНГ бьет, стоит, да. И впрямь. Артём? Ну, не, там еще ДП была фуловая, то есть суть не в этом, но 3 секунд с таким ДПС дровки могло бы и хватить. Зато какие цифры? Да, цифры, ну, если на этом турнире есть какие-то рекорды, то все они, мне кажется, были поставлены и зафиксированы пока что здесь, на этой карте. Турнир идет уже 33-й день, осталось не так уж и много, и что-то мне подсказывает, что закончится Омега-лига, и все эти числа останутся актуальными. 315 тысяч урона против 373. Самое эпик — это то, что если бы они играли чуть дольше, КПМ бы вырос средний на команду до 1000 или типа того, потому что у тебя бунтовался все дороже становится, и ты раз 40 секунд без Октарина доставал себе там 190 ГПМа каждому человеку. Потом типа 380 когда-нибудь было, ну ты понял, с Октаринчиком. Баунти руны 87 против 38. У Артема ФНГ, мне кажется, мозоль на пальце за эту игру натерлась, которую он нажимал, чтобы баунтосы вылезали. Ну в итоге свои плоды принесло. Да, типа деньги не пахнут, достаешь и достаешь, кайфовенько. Но имхо, вот добавили эти шмотки, чтобы игра заканчивалась прямо сразу. Но здесь эти шмотки просто выручили. В лотерею выиграли именно ребята из Альянс, тем, что вот деньги у них просто появились. Мне бесконечное количество. Голоса в голове подсказали, что ФНГ я подобрал 54 баунти руны. Это тоже рекорд, само собой. Очень внушительное число получается. И где он только их находил? Да, действительно. Да, интересно. Обворол противника, судя по всему. Похоже. По нескольку раз. Но, с другой стороны, такие игры тоже нужны, потому что вот у нас буквально одна игра была в просцене, где вот Старапикс был. Тут же подрезали. Сейчас тоже посмотрят. Кого здесь резать по итогам этой игры? Ну, шляпу, очевидно. То есть ты сидишь в канабазе и выигрываешь игру. То есть как раз-таки им ничего не нужно было делать. Был же момент, где они минут 7-8 просто стали на базе. Впятером никуда не ходили, линии там что-то отпушили. Ничего не надо было делать. Стоит Джеки Рос, копает, у всех много денег. Каждый герой с вебэком, каждый герой плюс шмотку покупает. Вон, ты видел? Да. Джеки Рос себе вообще Октарин поставил на фастбай. Где бы он его нашел, когда у тебя там три линии горят, бегает Свен, с трудом их деф и все забирает себе. А тут раз капнул, два капнул. О, прикольно, бабки. Да. Капитан команды Alliance, я так подозреваю, поставил абсолютный рекорд по урону от героя. У дровки было что-то в районе 120 тысяч, по-моему. А Виномансер вот нам показали только что 160 с лишним. Я думаю, какие-то зевсы больше накидывали, даже, возможно, на этой лиге. Сомневаюсь, честно, сомневаюсь. Можем потом посмотреть. Клокверк Гостика на 7-м инте в двухчасовой игре накидал. Я не помню сколько, но 1090 там было. Или 120. Ну, короче, меньше, чем 160 точно. Но все равно число приличное. На Клокверке. Это просто ракеты, да, не раскидал. Ну, я не думаю, что он всю игру на это положил, чтобы ракетками попадать по героям, чтобы поставить рекорд. Да, вот это игра, друзья, и ведь это еще даже не конец игрового дня. Ждем начала следующей карты, не знаю уж, когда там она начнется, но что-то мне подсказывает довольно скоро. А пока ждем, хотел вам напомнить, что у наших друзей из Cybersport.ru теперь появилась уникальная возможность поддерживать блогеров, которых вы читаете. Если у вас есть любимый автор, то теперь можно ему просто задонатить, тем более, что этот автор такой же пользователь сайта, как и вы, поэтому не поскупитесь, не поленитесь. Ну а мы переведем дух немного, а там уж и следующая карта начнется.